Чё, давайте тогда стартуем. Модеры, ставки сейчас не делайте, это будет ближе к тому, чтобы между двумя командами сделать. Так, все, окей, погнали. Так, открываем первый контейнер, блядь. Давно я этого не говорил. Открываем контейнер, вскрываем эту малышку. И у нас после обнаружения старых коллекций мебели на складе владелец магазина решил их продать на аукционе. А мы смотреть тебя на стриме должны или ты дискорде включишь? На стриме, я вам скидывал в Дундуке. Нет, так я в Дундуке скидывал ссылку, Вань. Там через ZBS экран. Да, там... Аде. Ну давай, пожалуйста, Вань, побыстрее соображай, я тебя прошу. Самое нежное. Анечка, за что? За капу, сука. Самая нижняя ссылка, зайди по ней. Там Зарк написано, что пиздишь? Нет. Ты там нажимаешь? Так, сейчас. Спасибо. Сейчас старый. Здоровья, счастья. Спасибо большое. Так, старый разобрался, заебись. Ань, ну за что? Давай, ладно, не будем все-таки. Давай френдли, чисто френдли. Но вы поддавайтесь. Ладно. А ты с кем в команде? За Зарком. Так. Да ёб твою мать. А, про маму лишнее было. Блять, что за скамейка нахуй школьная вешал какая-то. Так, все, в общем, вы смотрите, расходимся по разным комнатам Дискорда. А, так я уже сказал вам, блять, вы не слушали, что это старая коллекция мебели на складе, владелец магазина решил их продать на аукционе. Вот, вот такая информация единственная. Просто коллекция мебели. Let's go. Пошли, Гин. Так, давайте, одна давай команда тут оставайтесь. Давай тут оставайтесь просто скилл. Давай, давай. Нахуй нам ходить. Так, ну мне кажется, я дам где-то 500, наверное, так. Мы тут сидим. И что, вы что, мне мешаете, что ли? Девчонка твоя ушла, с кем ты, блядь, говоришь-то? А, блин. Так. Алло, здорово, пацаны. За 1000 берем, Рома, и все, и расходимся. То есть вы оцениваете его в 1000 долларов, да? Ну, вместе с сейфом, сейф, наверное, дорогой. Диман, как ты в прошлый раз сыграл? Я? Хуёво. Что-то вынес для себя после этого? Да, не ставить слишком много, поэтому 1000 долларов. Марк, ты что думаешь? Марк. Он нажрался, по-моему. Прямо где-то. Спасибо. Мы берем нахуй. Это стоит около 5000 долларов. 5000 долларов? А вы, Ром, можно поменять тиммейт? У меня тиммейт долбоеб неожиданно оказался. Так, хорошо, я вас услышал, иду дальше. Примерно сколько? Чё, Диман, чё ты кричал еще? Там бабки лежат в сейфе, да? Да, нет. Смотри. Вряд ли. Да, я вижу там коробка и бабки, все. По факту лежат да. там бабки. Да, Но типа Рома же не брал их расчеты. Ну, блин, не имею. А это мы узнаем потом? Да, все, 1000 долларов ставим пока что, потом торговаться будем. Алло, девочки, здорово. Алло. Ну чё? Бля, мы, короче, мы не помним порядок цен, какой вообще на контейнерах, там, типа, средняя, ну, сколько там баксов. Но мне кажется, что всё, ну, типа, сейф тоже не особо дорого стоит. Я думаю, что хуйня дешёвая. Наташа, типа, думает, что тут где-то 1500 баксов, но это, мне кажется, вообще full tilt, как говорит Дмитрий Ликс. Так. Ну, и что? Ну, типа, блядь, обувница, кресло, блядь, ну, столик. Ну, не меньше 1000. Ну, слушайте, ну вы можете его просто скипнуть и не торговаться за него, не обязательно же. Знаешь, как мы сделаем? Сейчас, короче, начнем торговаться, и мы поймем, и, типа, если что, втянемся. Но я бы тут вообще, ну, больше 1000 даже, мне кажется, тут баксов 500 максимум. 500? Full tilt. Full tilt. Так, хорошо. 500 нет, не может точно. Короче, мы сейчас проверим. Да, пока не можем понять. Окей. Давай. Так, я съебался. Здорово, пацаны. Вот, я объясняю скилзу, как работает движуха. Короче, в чем прикол Рома, блядь? Роман. Гениальный мув. Гениальный. В чем прикол? Сейчас сидят кенты, которые, ну, неопытные, да? Как бы я тут акула уже, блядь, контейнерная. Так. Я понимаю, что как где творится. Они подумают, что... О, нихуя... Алло. Тихо. Алло. Пусть продолжает. Подскажи, пожалуйста. А, чё ты меня мувнул-то, блядь? Подскажи, пожалуйста... Ну, типа... Содержание, вот, допустим, в CV или там в предметах, оно считается или просто как за... Ну, если там что-то есть, то считается, но тут, скорее всего, нету ничего. Да? Там бабки видно. Ну, тогда не знаю, ребята. Не могу вам подсказать. Вы меня мувнули, я Гвина слушал, блядь. До слез. А не я. Это я. Алло, Гвин, меня, блядь, просто шеф что-то решил прикинуть. Просто неуважение, блядь, просто фрики, блядь, вот я-то спадну, блядь, просто неуважение, блядь. Согласен.
Я хотел сказать, что типа тут, типа, ну, короче, я акула вот этой всей хуйни, тыры-пыры. А штемпы, короче, они, скорее всего, сейчас будут сидеть и думать, блядь, ну сейф, значит, в нем бабок дохуя. Они же не понимают, что тут так не работает, блядь. Тут лень, типа, типам это все выдумывать. Поэтому в чем прикол? Сейф такой, хороший сейф, стеночки толстые. Ну, долларов 800 он стоит, думаю, где-то до косаря. Так. Так что, думаю, можно будет побайтить. Вот эта хуйня сзади, вот эти шкафчики спортивные, вот эти, блядь, вешалка, это все залупа вот эта икеевская, дешевая, нахуй. До 1254 долларов играем и байтим, короче, типов, типа, там охуеть, сколько денег в этом сейфе. Mm-hmm. Все. Окей. Вот так вот. Так, собирайся. Вот так вот, да. А, так, хорошо. Так, алло, алло. Алло. Что думаете? Да. А сколько контейнеров, в общем, есть? 20. Ну, будет. 20 контейнеров? Да, но там не во всех вещи, там некоторые секретные просто. А, понял. Ну, я думаю, если, блядь, все вещи считаются, то значит, он много стоит. Ну, содержание. Так, ну, то есть вы вот хотите за него тоже бороться, да? Так, смысл? А подожди, если считаются деньги в сейфе, там явно больше 16 тысяч долларов тогда. Посмотри, там пачек сколько. Не, ну, слушайте, деньги в сейфе не считаются, я их... Нет, деньги вот эти... Ну, все тогда... Ну не знаю, ну вот это залупа реально, что это за скамейка, лавка какая-то школьная, непонятно, что это, блядь? Это, ну вообще забейте, 50 долларов максимум. И в Печоре у меня, блядь, в сплаве делают это, варят бомжи, блядь. А это, может, в Европе кейс, и там... А, тогда просто... умножаем на 10 сразу, если не в Печоре, смело. Короче, ну не знаю, сколько... А мы сейчас должны сказать, сколько мы за все отдаем? Не-не, вы просто говорите, будете ли вы торговаться, как, что вы думаете, или скипните его просто, и мы все. Мы можем побайтить каких-нибудь ложков, типа, чтобы они больше бабок слили. А, то есть мы можем, за... ну, отказаться от него, да? Да-да. Вам не обязательно за него торговаться. А, ну... Зарк, я думаю, нам нахуй не нужен, да? Давай что откажемся. Это? Пускай они тратят деньги, а потом будет сейф, где у них не хватит денег. Ой, кейс, блять, контейнер, похуй, на который у них не хватит деньги, и мы такие, 16 тысяч, ебать, и все. Рома, скажи по секрету, сколько тут стоит все. Я хочу... Так, давайте возвращаемся в общую комнату. Ну, пожалуйста. Девочки, возвращаемся в общую комнату. Давайте в общую комнату возвращаться. Ну, суется, у нас остается 15 тысяч, понял? И получается, если, допустим, мы с него, блядь, лутаем какую-то нормальную деньгу, то получается, мы вот на вот этой разнице и выигрываем. Mm-hmm. Понял? Вот так вот в конце это все суммируется. Понял? Да. Понял? Окей. Так, ребят, хорошо, смотрите, аукцион у нас происходит следующим образом. Стартовая цена данного контейнера 100 долларов, шаг 100 долларов также. Давайте начинаем через 3, 2, 1. 500. 500 долларов команда Гвина, раз. 500 долларов команда... 600 марк, раз. 700. 700 гвин, раз. 700 гвин, два. 700 гвин... 2500 ликс, раз. 2500 ликс, два. 2500 ликс, три. Продано. Хорош, Диман. Захожу... Диман, а ты в курсе, что там 20 контейнеров? Да ебал я эти торги, я привык забирать сразу. Нихуя, Диман, красава. Не повезло. Блин, ну близко было, что ты сказал 16 сразу, да? Блять, и все. А слушайте, я захожу к Диману, в общем. Говорю, Диман, что, как торговаться будет? Ну, 1000 максимум. 2500. Так, хорошо, Диман. Диман, твой... Твой контейнер, с чего начнем? С чего начнем? Смотри, можно сейф оставить напоследок, потому что в сейфе что-то лежит, и вижу там бар. Это еще пару тысяч точно. Это не считается, Диман. А это тебе кто сказал, что не считается? Рома, я спросил. Нет, он сказал, что все может быть, так что такие дела, поэтому, скорее всего, это и есть. Уехал, чел. Чел, давай, уходишь, давай. Смотри сейчас, когда увидишь прайс за контейнер, Зарк, пососешь, давай, поехали. С чего начнем, Диман? Давай со стула и по часовой стрелке. Оп, плюс 50, Диман, красава. Нихуя. Нихуя себе стульчик, блядь. Чего, блядь? А что за цены? Чё, блядь? 240 за ебаную скамейку, блядь. Итак, стоимость данного контейнера 3025 долларов. Что это за цены? Я тебе говорил, что заебись сегодня. Ребята, все цены могу скинуть после стрима. Цены не видно. В Питер приедешь или я, когда буду в Челябинске, заеду к тебе? Чат, я чуть позже пошлю. Я подфикшу чат. Так, итого у нас 3025 долларов. Так, Диман дал у нас 2500. Ой, блядь. Диман гений. Это пиздец, вообще не ожидал. Ой, блядь. Я пол, у Димана такая же хуйня просто в хате стоит, он такой, ну, блядь, плюс-минус понимают цены. Я иду, нахуй, я тебе стул за 240 долларов, ты шо, ёбнутый, блядь. Этот стул 2000 стоил. А что там косарь стоило, подожди, слышишь?
Так это какая-то хуйня, кресло или что? Или это кресло дизайнерское. Это хуйня выглядит, как, сука, я не знаю, с актового зала какая-то хуйня, блядь. Так, хорошо, Диман, поздравляю с первой покупкой. Спасибо. Идем к следующему контейнеру, ребят. Поздравляю, Диман, с первой покупкой. Цены не видно, я чат, я сказал, что я пофикшу. Так, итак, контейнер у нас. Кольца дыма. Товары, которые были возвращены покупателям, владелец автомагазина выставил на аукцион. Ну, то есть мы все в стоковой цене считаем, поэтому давайте расходитесь по комнатам, я буду к вам заходить. Мы все в стоковой цене считаем, только, блядь, стул нахуй за $1000, блядь. Пиздец, блядь. Я ебу. Так, расходитесь. Что, мы тут сидим? Мы-то тут остаемся. Блядь. Короче. Ну что, акула контейнеров, как тебе? Да я ебу, говна, понапихали специально стулья, ебаные, блядь. Сколько? Вот это, а теперь давай я тебя буду сейчас, ну, вот, да, давай. Дергать. Я пока как вот раз это, вебки вот пораставляю. Это, нет, подожди, вот это масло, да, получается? А какое это, сука, масло, блядь? 10В, сука, сколько, нахуй? Сколько литров бочка, блядь? Как мне понять, нахуй? А вдруг это, я не знаю, там какой-то, блядь, 10В, нахуй, 50, блядь, какая-то, нахуй, не нужно. Сколько оно стоит, блядь? Определи на глаз. Ты... Слушай, мне кажется, контейнеры это... Ну, я думаю, сам торгует это диски, да. Да. Не, слушай, Гвин, ну ты в любой момент можешь просто зайти в контейнер, посмотреть, узнать все, так что... А, ну, в принципе, зайти и попробовать, да, на вкус, блин, масло. Да, можешь попробовать на вкус прям его. Бля, ну мне кажется, самое дорогое это диски, если честно, блядь. Домкрат, залупа, что-то, компрессор, походу, залупа, аптечка, залупа, пылесос, залупа, бочка с говном, блядь, ну... Надо понять, какого говна бочка, понимаешь? Так. А вдруг это реально, бля, подсолнечное масло? Ну что, акула контейнер, торговаться будем сегодня? Или, да будем или скипаем это? А, ну будем. Не, Гвин, знаешь, что я помню? Каждый раз, что ты всегда такой нахуй заряженный, а потом, когда что-то случается, то все, ты уже в тильте сидишь. Ну да, да, это я. Так всегда происходит. Типа, это дефолт, бля. Но за этот бороться будем, да? Ну я так, ну, бля, чисто. Ну так тут же все залупа, а что бороться-то? Мы за тот поборолись, блядь, но там слишком высоко. Да, да, что-то... Там Диман, блядь, прям точку жирную такую поставил, блядь. А пиздец, блядь. А вот ты что там, линейка? Так, хорошо. Да мне кажется... Давай все, иди отсюда. Да все, я пиздую. Здорово, Диман, поздравляю с успешной покупкой. Марк, вас тоже. Что это было? Ты меня обманул, Диман. Ты сказал, 1000 будет только. Ты сказал на 1000, Макс. Я сразу Диману сказал, что это стоит почти $5000, но... Ну, я обманул, чтобы ты там лишнего другим команду. Не, Диман. Я в этом плане грамотный человек. Хорошо. Здесь где-то все это стоит на $2100, наверное, там плюс-минус. Посмотрим, поторгуемся. То есть ты будешь дальше торговаться, да? Ну, посмотрим. Напоминаю, у нас 20 контейнеров, Диман. Да я помню, я помню. Ну, как ты в прошлый раз за 3 контейнера уехал уже, помнишь тоже? Ну, знаешь, уехал, а сейчас доедем, как говорится. Все, окей, я вас услышал. Алло, здорово, девочки. Здорово, Паша. Так, ну... Да, это стоит где-то 2500 баксов. Ну, блядь, если это Кёрхер, и если это нормальные диски... Просто я помню, были какие-то контейнеры, и мы думали, что там охуеть какие дорогие диски, и в итоге там была хуйня за 100 баксов. Тут какая-то хуйня вот эта еще, чтобы... Если колесо сдует... Так, вот смотрите, наш стандартный вопрос, вот кого вы считаете своим главным конкурентом тут? Дмитрия Ликса. Никого. Это просто это гений рандома, это просто full tilt. Нет, Аня, у нас нет конкурентов. Да? Смотрите, вот, например, Гвин называет себя акулой контейнера уже. Что вы можете на это сказать? Да какая она акула, я его переиграла. Сколько он контейнеров вот забрал, Ром, за все время? Сколько шоу выиграл Гвин? Слушайте, это надо у чат спросить. Чат, Гвин сколько раз выиграл? У меня не... Мне кажется, не раз. Ром, я не знаю, но в принципе... А, ну пишут ноль, ну слушайте. Ну как бы да, поэтому делаю выводы. Так. Ну мы поборемся, не знаю, может быть до 2000 баксов, но я просто... Вообще для машин все стоит дорого обычно. И там, если пылесос, Керхер, вот это вот диски, Керхер. Ну, не знаю, попробуем. Я просто до сих пор в ахуе из того контейнера, что, блядь, 3000 баксов за какую-то хуйню. Окей, все, я вас услышал, иду дальше. Алло, ребята.
Да. Короче, я все загуглил, это стоит 1002 долларов. Если кто-то выше меня поставит, тот уебан полный. Вань, что скажешь? А я, короче, мне этот контейнер больше всего нравится, потому что я вообще нихуя не понимаю в машинах абсолютно и вот во всем этом. Вань, я у знаю, тебя есть машина или нет? Мойка. Не, у меня правда же нет, я не умею водить. То есть, ну, мне поебать на это все. И тут как раз, ну... Я знаю, что там в аптечке есть бинт. Это я знаю. Аптечка, я так понимаю, подъебка может быть диск, да? Я знаю, что диски бывают дорогие, пиздец, да? Ну, слушайте, тут в контейнерах вообще может что-то там из краешка выглядывать, а потом за бочкой, например, что-то будет, ну, в таком плане, говорю. Поэтому тоже внимательно смотрите всегда, акцентируйте на цене. За бочкой? Ну да, бывает такое, что там за бочкой что-то завалялось. А что это за, Ром, за фигня? Ром, да. Между нами за бочкой что-то завалялось? Слушай, я не знаю. Хуй знает, Вань. Блин, Рома, объясни, пожалуйста, что это за... А ты как ведущий опять, ты не в курсе, тебе просто сделали, и ты не знаешь, что нет, за... я все в курсе, это я все пересматривал. А, да? Да. Блять, интрига ебаная. Че дело, Зарк, че дело? Пиздец. Я хотел просто узнать у Ромы, что это за хуйня слева красная? Что это такое? Просто это хуево видно. С аккумулятором. Да. Ребята, это у меня нет... воздухом хуярит? Да хуй знает, это картофельная пушка вроде. Да? Да. Ну, Зарк, я не могу тебе подсказывать. Я, конечно, сам не знаю, но я в любом случае бы не мог тебе подсказать, что это. Просто видно слабо, ну и ладно. Бля, прикинь, там бюст какой-нибудь за бочкой стоит, который 5 миллиардов стоит. Ну, слушай, у нас тут все тематическое все-таки. То есть бочка, наполненная яйцами Фаберже. Yes? Да. Yes? Да, да. Бля, надо брать. Так, ладно, ребят, давайте муваться и скажите мне, у меня вот тут слышно сейчас будет? Алло, алло, алло. Алло, слышно? С экрана, заходите в общую комнату. Давай. А где общая комната? Где-то сверху сейчас будет, видим. Стоп, кстати, так и есть, походу. А меня слышно, Гвин, было? Где? Я в экране говорил вот этом. Алло. Нет. А что, все, так все зашли, наверное, слышно было? А нет, не мы не слышали. А, не позвал, я просто говорил через... Посмотрите, сейчас. Меня сейчас слышно? Меня сейчас слышно? Алло, алло. Диман. Да. Не выигрывай, пожалуйста. А сказали, сколько... Алло, алло, ребят, меня слышно? Меня слышно? 20. Да, 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 сейчас слышно. Все, я буду вам вообще это говорить. Да, 20 контейнеров будет, но там много будет таких секретных, типа, легеньких. Все, давайте, смотрите. Стартовая цена за этот контейнер 200 долларов, шаг 100 долларов. Аукцион начинается через 3, 2, 1, 0. Погнали. 500. 1000. 1000 долларов, Гвин. Раз. 1100. 1100. Ваня, раз. 1200. 1300. 1300, Аня. 1400. 1400, Ваня, раз. 1400, Ваня, два. Тысяча. Полторы. 1500. Полторы гвин первый раз. Полторы тысячи гвин два. 1600 нахуй. 1600 Зарк раз. 1700 Наташа раз. 2000. 2000 Зарк раз. 2000 Зарк два. 2000 Зарк три. Продано. Продано, это да. Был пранк, ракомоковон. Ты, блядь, не мог сотку накинуть, ты хотел 10 тысяч, бля, Зарк. Я по шутке сказал. Так, а сейчас вдруг он дохуя стоит? Шутки. Это же аукционист, он не понимает шутки. А вдруг он дорого будет стоить, погоди. Не может да. Дорого стоить, это новое. Забочка точно по бирже стоит, отвечаю, давай. Шутки шутками, но контейнер продан за 2000 вот этому молодому человеку. Пизда нам, блядь. С чего начнем, с бочки? Ну, да, почти яйца. Ну, по цене обычные вроде. Понюхать только, да? Понюхать яйца, блядь. Да. Уф, Вань, мы урвали. О, смотри скилл, смотри. Да, да, мы урвали. Вань, сюда-сюда. Вань, смотри. Да что это за цены там? Табуретка стоила дешевле. Я же говорила по 100 баксов. Так, 1165 долларов. Поздравляю, ребят, с первой покупкой. За 100 баксов диски даже в России не купить, обосранные. Хорош, да. Не, это подкрутка ебаная. Так. Вань, мы проебали. Да еще нет, ребят, второй контейнер. Дякую Боже, что со мной не Зарк. Зарк, у тебя есть тачка, и ты не шаришь ценок за... Я шарю. Понимаешь, канистра там литров 50 масла. Какого хуя она может стоить 160 баксов? А чего ты взял, что она полная? 3000 стоит, ну типа 3 литра. Велосипедики, велосипедики у нас тут. Что? Ну, сам, и самокатики. В корзинке 100 баллов и одни яйца Фаберже лежат. Велосипеды у нас. Корзинка яиц Фаберже.
Все. Да, ребят, давайте ваше воображение пошло будет отыгрываться где-то у вас. Это маленькие велосипеды тут. Диман сейчас купит самокаты, ебать. А там же детёнки велосипеды. Да, расходимся по комнатам. Расходимся по комнатам. Дети велосипедов. Как называется дитё велосипеда? Гвинглейд. Ты охуел, блядь. Ребята, поздравляю вас с первой покупкой. Что думаете насчет этого? Спасибо. Забери обратно свою хуйню. Бля. Жестко. Смотри, тут велосипеды какие-нибудь аист стоят, уебище. Вон, смотри, там двухколесный этот самокат с сидушкой. Я не знаю, как он называется. Слушай, ну смотри, там этот, тут может же быть этот, какой-нибудь дорогой. Я вообще не понимаю в этом нихуя. Тут еще вон, там даже скейт валяется. А скейт может быть с дорогим автографом? Это не скейт, это лонгборд. Нет, не может быть. Ну лонгборд так. Короче, это себестоимость на долларов 30 максимум на Алиэкспресс. Дарк, вот честно, ты выглядишь, как будто ты до сих пор на скейте кататься можешь там выйти. Вот часто катаешься на скейтах? Нет. Блять, тогда я ошибся, извини, пожалуйста. Не, реально, вот ты еще такой кепки, знаешь, иногда такой сидишь, типа, на стриме, что такое ощущение, что сейчас после стрима просто пойдешь там на площадочку. Меня просто Рома уебично подстригли, я месяц в кепке ходил. А, понял. Так что, ребят, данный контейнер. Да хуйня какая-то, по-моему. Будете халдить? Я не знаю, ну как, я бы не спешил, как и в прошлый раз, да, ну, в любой момент же Зарк может сказать 2000! И как бы пизда, ну, всему. Ну, я думаю, эти вопросы вам надо между собой порешать, я тогда пойду дальше. Мне не жалко, Зарк, если хочет, пускай покупает, это его, так, сколько у нас, 14 тысяч долларов, да, это его 14 тысяч долларов осталось. Ну, а твои, Вань? Мои, я так хуй понюхаю. А его... у себя. Так, ладно, понял, я пошел дальше. Ой, блядь. Ближний так... с подъёбкой, супер дорогой, типа, вот хуй знает. Вот в том-то и дело, тут подъёбка может. Так, девочки. Блядь. Здорово, девочки. Что ты хочешь? В смысле, что хочу? Короче. Я хочу узнать вас, что вы думаете про этот контейнер. А мы нашел? Нет. Так в CS играем. В общем, из дорогого. Плюс-минус. Ну, это самокат, Xiaomi, Наташа сказала. Вот это так. Гироскутер. Это просто новенький. Гироскутер, или как эта хуйня зеленая называется, он за великами. И вот эта сидушка ебаная черная. Вот. Ну, типа скейт. Ну, мы, в общем, до 2000 точно будем, наверное, плюс-минус. Угу. Велик винтажный может тоже стоить дохуя. А там уже как пойдет. Ну, до 2000 точно, я думаю, это 100%. Да. Окей, я вас услышал. 100%. Да. Я вас услышал. Здорово, мужики. Здорово. Мы не будем участвовать в этом контейнере. Хуйня здесь дешевая. Понял, коротко и ясно, окей. Здорово, мужики. Хуй знает. Что, надо уже с первую покупку совершить, вам не кажется? А у меня есть тактика, называется AFK ебало, блядь. Типа, под контролем все. Ну да, все. Я просто не шарю, эти здоровый образ жизни, это ходить, ездить, блядь, в пизду. Этот лик скупит сейчас 100% все в коллекцию, ну, да, ебать. Спорт, блядь, ебаный. Понял, хорошо. Я тогда зову всех. Заходите, ребят. Слышно было, да? Да, да. Заебок. Блядь, Рома, это ты пугаешь, что так пугаешь, за что? А вот так я всех одним этим... Ты так все слышишь? Страшилка, Ром, вообще. В следующий раз заору прям громко, нахуй, чтобы вы охуели. Так. Шерогни. Хорошо, велосипеды, смотрите, велосипеды у нас всякие, вот эти темы. Стартовая цена также $100, шаг $100. Аукцион начинается через 3, 2, 1, 0. 1100. Аня, раз. Полторы тысячи, Гвин, раз. 1600. Аня, раз. 1600. Сколько там шаг? 100. 1600. 1700. Гвин, раз. 1800. Аня, раз. 2000! 2000, Ваня, инсайдер, раз. Типа Рофлу сказал! 2000, инсайдер, два. 2200, Наташа, раз. 2201. 2200, Наташа, два. Да нет такого там. 2200, Наташа, 3, продано. Нам пизда! Поздравляю, девочки. Забайчено, блядь. Поедете кататься. Поедем кататься на велосипедах. Так, окей. Ну, похуй, ладно. Что думаешь, Анечка? Давай начнем с самого дорогого, пожалуйста.
Нет, хотя... Нет, давай, Наташа, как... с великов начнем. Да, давай с великов давай начнем, пожалуйста. Хуйня. Вот этот еще дешевле. Блядь, все, пизду. Я хочу... Это хуйня. Ну, да. Всё, блядь, не надо так, играла, пожалуйста. 600 рублей самоката в сратый. И 500 рублей. 1915. Ну, слушай, ну, блин, это вот небольшой минус. Ну, мы типа говорили до двух, да, просто, но забайкалось. Ну, я вот... Ну, ничего, ничего, нормально, Таш. Нормально, нормально, ничего страшного. Ой, девочки, мы из вас бабосики. Да, так, не пизди, да, у тебя там, блядь, зарк вообще... Да, у нас вообще был... Минусе получается. Минус касали, сколько у нас? Минус 900. Так, хорошо, идем дальше. Секретный контейнер, ребята. Смотрите, мы никуда сейчас не расходимся. Я вам зачитываю описание. Бля, у меня кодировщик перегружается. И вы просто торгуетесь. Тут может быть что угодно просто. Смотрите. А какая-то есть предыстория, Ром? Да, 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 конечно. Так, сейчас. Это какой, пятый контейнер, да, у нас? А секретных сколько? Секретных, ну, 3-4 будет. Бля. Так, 1, 2, 3. Это какой контейнер, чат? Это четвертый, да? Четвертый или пятый, четвертый. Эти детали должны были быть доставлены на самый престижный гоночный турнир, но через запоздалую доставку стали никому не нужны. Ясно, хуета дешевая. Опять какая-нибудь хуйня за 100 баксов. Ой, блядь, 230 долларов. Флажок ебаный, блядь. Не знаю, ребят, тут может быть что угодно, но цена у нас 500 долларов и шаг также 500 долларов. Нихуя себе. 500! 500! Ставлю 500! 1000! 1000 долларов зарк раз. 1000 долларов зарк два. Ладно, полторы, похуй. 1500 гвин раз. Полторы тысячи. Я сказала полторы. Это Наташа сказала? А, кто первый сказал? Я раньше сказал, Гвин. Гвин сказал, Гвин. Я сказала раньше. Я раньше сказал, я вообще Гвина не слышала. А потом ты слушать надо, блядь! Я сказала! Слушать надо, нахуй! Слушать нахуй надо! Чат, кто первый сказал? Похуй, Наташ, пусть забирает, похуй. Кто первый сказал? Ну сейчас, ну если просто тут... Я, честно, только Наташу слышала. Не, Гвин сказал 1000, а Наташа полторы. Да, он сказал полторы, блядь. Ты сказал 1000. Блядь, чат разделился. А я сказал 1000. Нахрен сюда. Полторы, типа. Я 1000 сказал. Я заорал, блядь. А Гвин? Я заорал, блядь. Дядь, ты сейчас довоёбываешься, я за две заберу. Забирай, давай, нахуй. Давай за две. Давай за две, пиздобой. Полторы тысячи, Гвин, раз. Сколько? Вот. Какой две, довоёб, блядь. Я сказал зарку, забирай полторы мои, блядь. Полторы тысячи, Гвин, раз. Полторы Зарк, тысячи гвин, два. Полторы тысячи гвин, три. Две тысячи, Диман, раз. Две тысячи, Диман, два. Гвин забанил. Две тысячи, Диман, три. Продано. Наташа, пять. Все просто. Продано, Диман. Ром, это специально на самое престижное это байт был, да? Что типа, да, а да, на самом деле везут пиццу ебаную кому-то там. Там 500 будет сейчас просто. Ну, сейчас одна деталь по 1000 долларов. Ребят, все просто, делается все просто. У нас плюс 500 баксов, соответственно, если мы сейчас проиграем, мы можем, ну, мы потеряем просто полторашку. Если там что-то на 500 баксов, 1000 потеряем. Это риск оправданный. А хорошо, Диман, дорогое? Как ты думаешь, что там? Бля. Может быть, что-то дорогое, может быть, что-то дешевое. Похуй, главное, что... А, Диман, красава, не хуёво. Бля, ты шаришь в этой игре, блядь. Поехали. Давай, нажимай. Ой, бля. Ой, блядь, это дорого. Это дорого. Смотри, я не знаю, сколько это стоит. 3000 долларов. Ой, хорош, Диман. Блядь. Ну, Диман, я ж попросил не выигрывать, уёбок старый. Всё. Бля, Диман керит, пиздец. Нихуя себе. Поздравляю с... Я почему-то думал, что там для формулы. Так, хорошо. Да. Я тоже думал про формулу, и там же реально детали пиздец дорогущие, но я подумал, что, да, ну, там подъебка какая-то будет, типа. А... Не, я исходил из того, что мы, типа, 500 баксов в плюсе, и можно рискнуть. Так, ну, Диман, да, ты теперь в хорошем плюсе. Так, Модеры, сделайте, пожалуйста, теперь ставку победа Димана, либо нет. Победа команды Димана Хантика, либо нет. Просто вот такая ставка у нас сегодня будет. Хорошо, мы сейчас идем дальше. Просто погнали, Диман, погнали. А можно зайти на стрим тоже ставку, ну, присоединиться или нельзя? Конечно, можно. Сейчас, кстати, я зайду. Так, сколько у меня баллов у тебя? Так. Итак, ребята, во время переезда магазина садовых товаров на складе нашлись старые товары, которые были выставлены на аукцион. Можете расходиться. Я думал, керхер это только, блядь, мыть хуйню какую-то, а это стрекать тоже керхер. Видишь? Что это такое?
Так, да. Еще раз, что там, какие эти, блядь, товары? Садовые или садовые, я не знаю, садовые, наверное. А что это за залупа вот эта ветродуйка? А вот я не знаю, не знаю. Ай, блядь, газонокосилки, две штуки. Так, так что, есть предположение? А, так я тут... Да, я у вас остался. Диман, это я думаю, чё? Диман шарит. Диман, давай. Ну что тут болгарка, походу станок какой-то для резки, блядь. Вот этот. Покупаешь он или нет, блядь? Будешь что-нибудь... Ну тут дорого, тут дорого. Прям тут по-любому, типа, нормальная такая цена будет. А мне кажется, она залупа, блядь, дешевая. Она выглядит... Не-не-не-не. Вот этот станок по-любому охуенный какой-то, блядь. Блядь, ты посмотри цвет, как будто с Алиэкспресса пластик такой. Понял, блядь? Как-то покрасили просто. Да-да-да. Пиздец, блядь. Ну что, драться за контейнер будем? Я вообще думал, там ДНС, блядь, написано. Я просто подраться хочу. Можно и за контейнер? Да, без проблем. Хорошо. Я ухожу дальше. Здорово, девочки! Блин, алло. Что вы думаете, это вот эти штучки зелёнки? Мы боимся, но до 2000, то что тут косилочка, керхер, вот это все знаешь. Ебать там хантик сейчас вот всё таху просто уже. Короче, ну, мы где-то до 2000 поборемся, да. Потому что выглядит все круто, но по факту это может стоить, ну, там по 200, по 300. Модеры, закройте ставки еще раз, сделайте, пожалуйста, пока аукцион не начнется, пусть это ставят. Типа, он еще понимает, что... Закройте и поставь, еще раз откройте. Старая, типа, старая, понимаешь, ну, старая. Старая, это, ну, старая это не используем, да, старая коллекция. Старая коллекция, но все равно она не будет стоить так дорого. Я вот кроме газонокосилки там вообще ничего. Газонокосилка, потом там такая просто косилочка, пила, по-моему, и еще какая-то хуйня. Пила это которая вот эта штука с диском? Сзади, да, по-моему, это что-то распиливать. А вот эта труба, которая вверху. Вот это я не знаю. Так, что ладно, девочки, я вас понял, хорошо, я вас оставлю. Здорово, ребят, Диман, поздравляю. Здорово, спасибо. Очередная успешная покупка. Короче, Ром, эта хуйня 1300 стоит, мы будем торговаться жестко. Да. Ну тут есть, да, дорогие. Типа. То есть вы прям шарите в этом хуй, в этой хуйне, да? Ну, но... есть один пример, который очень дорого. У меня у бати это, на даче стоит эта хуйня этой фирмы. Вот конкретно эта хуйня? Да, ну, да. Короче, здесь одна хуйня, 1100 долларов где-то стоит, 1200. И мы, короче, до 3 будем где-то торговать. Ну, не до 3, до 2500, наверное, так же. Нихуя себе совпало, хорошо. Здорово. Здрасте. Чё, как дела? Заебись, я профессиональный садовник, кстати, вообще, если честно. Так, и чё скажешь по поводу этих товаров? Вообще не ебу. Ну если Диман выживет, он уёбу. Да, я поставил все против Димана, нахуй, все свои накопления, блядь. Я тоже 20 тысяч против. Ему нельзя победить, нихуя. Мы затащим. Я верю в Зарка, я верю в его напор. Я думаю, что Диман не выиграет, выиграет Зарк. Ну, Зарк, видите, вот Зарк ломался, вот Зарк мог первые 2000 сказать, и уже бы в такой плюс вышли. Но он не дожал. Я говорил, Вань, скажи, пожалуйста, похуй, погнали. Так, ну что, будете бороться за него? Ну, больше 1000 не дадим, там, до 1000 можно поторговаться, больше 1000, мне кажется, такое. За скамим мамонтов и все. Окей, я вас понял, давайте заходить в общую тогда. Ладно. Да. Ну да-да-да. Алло. 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 Заходим в общую! Как интересно, кто-то напугался? Да. Ты долбоёб, страшилка! Всё, алло. Ну чё, девочки, мальчики? Я тут уже? Да-да-да, все тут. Да. Ребят, стартовая цена этого контейнера 500 долларов, шаг 100 долларов. Блядь. 1000. Полторы. Аукцион начинается через 3, 2, 1, 0. Еще 300. 500. 1300. Диман, ты сказал что? 500. А, 1300 раз. 1300. 1400. 1400, Аня, раз. 1500, Гвин, раз. 1500, Гвин, два. 1700, Наташа, раз. 1700, Наташа, два. Зарк, не надо. 1700, Наташа, три. 1700, Наташа, три. 1800, блин. 1800, Гвин, раз. 1900, Наташа, раз. 1900, Наташа, 2. 2000, Гвин, раз. 2000, Гвин, 2. 2000, Гвин, 3. Продано за 2000, Гвин. А, 200, бля, извиняюсь, нахуй. Забираюсь, ёбаный. 200, Наташа, раз. 200, Наташа, 2. 200, Наташа, 3.
Продано. Нам пизда. Продано за 2100 долларов. Не, нам пизда, там максимум 2000. Ладно, похуй, я верю. Ну, я попытаюсь поверить. Погнали. Давай, открывай контейнер. Мне кажется, там все по 300 баксов максимум. Рома, ты знаешь, что? Ты знаешь, что это за предметы все? Блять. Ваня. Пылесос сверху. Ты знаешь? Ну да, какой-то станок тут. Раздувать листву я знаю, а вот остальное все, ну, болгарку знаю. Ребята, я заходил... Я заходил, кстати, к Хантику и Ликсу, и они говорили, что эта штука стоит около 3000 где-то, но почему-то они не ворвались в аукцион. Ну, все, весь контейнер. Давай. Каково вы наебали меня, блядь? Собирать пыль. Собирать пыль. Ведущего наебали, блядь, честно. Я же говорю, все под... По 200 баксов. У меня раздавать листву 200 долларов. Ебать. Ох, нихуя. Ох, пиздец. Болгар. Нихуя! Сюда, болгарочка, пиздец. Болгарочка дорогая. Нет, нихуя, такой... Охуенно! Блядь! Блядь, Дима, я себя наебал, блядь! Не-не, ебать, болгарочка, блядь! Не, ну, слушай, это нечитаемая хуйня, что болгарка 1800 долларов. Она из Payday, что ли, блядь? Вот это... Рома, что это за болгарка? Она лимитированная просто. Я могу вам цены потом все скинуть и... Давай, скинешь. Нет, типа, это очень странная болгарка. Сейчас я посмотрю, мне просто интересно. Ладно, Дима, ну все, у меня... Так, поздравляю с успешной покупочкой. Ну, почти 1300 где-то в плюсе. 1300. 1300 примерно. Пусть несут. Ошалеть. Ой, блядь. Ошалеть. Это норм. Это норм. Так, ребята. Это норм. У нас после конфискации контрабанды брендовые вещи были выставлены на аукцион. Расходимся по комнатам. Ага. Девочки, поздравляю, нихуя себе, зачитано. Спасибо. Ну это Наташа, я даже не верила в нее, она просто на уверенчик на яйцах вышла. Что думаете про эти сумочки? Смотри. Я не знаю, сколько Discord сколько стоит. Discord, он дорогой. Да? Угу. А мне не нрав. Он мне тоже не нравится, но он дорогой. А вот это что за помятый какой-то желтый? Наверное, офайт. Да? Нет. Вот он... его, блядь, как будто он а сам... А знаешь, ну, что я вообще... вижу? Смотри, смотри, видишь, за желтым такая, оп, черная такая ручка торчит. Вижу! Сюда, нахуй, все, Louis Vuitton, да, блядь, все. Да, все, мы, короче, за это цепляем. Там сумочка! Сумочка Louis Vuitton, смотри! Так я так понимаю, вы в свою тему попали, да? Да, больше. Смотри, контейнеры вот эти, не контейнеры, а чемоданчики вот эти вот мини-штуки, они стоят, знаешь, сколько дорого? Я ходила в торговый центр недавно в авиапарк, и там такой каждый чемодан стоил 30 тысяч рублей. С каких пор в Киеве авиапарк открылся, блядь? А вот, блядь. Так, и раз, два, три, четыре, четыре сумки по 30 тысяч рублей, это сколько? Ну, молодец, вот 2000 баксов, короче, ставлю, 1800, ладно, 1700, ладно, 1500. Хорошо. 1500 максимум, все, спасибо. Спасибо. Окей. Алло. Хз вообще. Алло. Да. Ром. Что думаете? Скажи, что, сколько он стоит, пожалуйста, один раунд выиграть. Ребят, ну, к сожалению, не могу, не могу. Где ну, короче, там какой-то секрет, да, стоит, вот непонятный, блядь, и, типа, что-то там вот за желтым и за бежевой вот этой хуйней стоит за двумя сумками сзади. Что там, Ром, скажи. Ну, не могу, ну, Вань, ну, блядь, ну, так не хочу, да, прям чуть не вырвалось, ну, хочу, но не могу, Вань. Да? Ну, не могу. Ну, короче, чё, Disquiet, я не знаю, как правильно этот бренд произносить. Я его часто вижу. Не знаю, ну, такая сумка, ну, там, думаю, от 200, ну, в районе 200, 400, типа, тире, наверное, евро стоит, я так полагаю. Может стоить. Вот это справа я не знаю, что, и вот эти три, то есть сложно. Ну, типа, хз, косарь можно смело тратить. Ну, вот меня очень интригует вот эта подъебка за ними, что стоит. То есть, ну, можешь проверить, да, и узнать, Вань, вдруг там что-то, да, крутое. Да. Да такая же сумка уебищная. Так. Блядь. Окей, я полетел дальше, ребят. Давай. Давай. Здорово, мужик. И мужик. Здорово. Что думаете, сумки?
китайское производство, дешевское. Рома, это команда. Подделка? Слушай, нет, это не подделка. Это не подделка? Ну, конечно, нет. Ну, тут не будет такого, что типа... Ты сказал, что контрабанда. Ну, контрабанда-то не обязательно подделки вести. Это подделки, короче, не участвуем в Квик. Это, у него голос дрожит, когда обидно. Ром, подожди, ну по факту, это то есть это тут точно не подделка. Он тебя сейчас путает, Марк. Слушай, Марк, мне кажется, Диман получше немного знает, как я вижу. Короче, все, я торгуюсь до 5000. Нет, давай, уехал. Раз идти в 5 надо. И сразу иди зубы чистить. Хорошо, я иду дальше. Алло, здорово. Здорово. Что думаете? Да не знаю, будем отталкиваться потом. От других. То есть хотите такую пассивную игру сыграть на чужом поле, да? Не-не-не, сейчас мы будем жестко делать уже. Алло. Сейчас будете грязь делать? Да-да. Ну, короче, Диман сказал, что понял, у него ну, вот такая хуйня есть справа, вот эта вот, радужная эта вот. Так. Сумка. И говорит, типа, что вот там с двумя этими ящиками, чемоданами, там, типа, ну, какая-то тоже сумка. Он, типа, по ручке узнал ее. И говорит, что дохуя стоит. Угу. То есть вы будете делать сейчас грязь, пиздец? Ну, я не шарю. Диман говорит, подоверься мне, говорит, блядь, я этих сумок, блядь, знаю, реально. У меня, говорит, чемодан такой есть, типа. Поэтому, ну, все, как Диман сказал, так и будет. Окей, окей, я вас услышал. Заходим. А, блядь. Ну, короче, давай, Диман. Боюй, блядь. Так, ребята. Вы готовы к аукциону? Да. Стартовая цена $200, шаг $200. Аукцион начинается через 3, 2, 1, 0. Давайте. 400. 400. Зарк, раз. 600, Наташа, 800. Раз. 800. 800 ликс, я первый 1000. Раз. 1000, Зарк, раз. 1000, Зарк, два. 1100. Шаг 200, 1000, Зарк, 1200, Гвин, раз, 1400, Зарк, раз, Диман, блядь, 1400, Зарк, 1600, Гвин, раз, 1700, ну сука ты, 1800, Зарк, раз, 1800, Зарк, два, 1800, Зарк, 3. 2000. 2000 ликс, раз. Не успел, 3 было! 2000. Не успел! 2000 было. Сказал 3. Нет, нет, я сказал 2000. Одновременно. 2000. Я сказал 3. Ребята! У меня скрины есть. Когда я говорю продано, тогда продано. Да, понятно. 2000 ликс, раз. Ебучий Диман еще и рынит. 2200. 2200, инсайдер, раз. 2200, инсайдер, 2. Хорошо, уёбок ты старый. 2200, инсайдер, 3. Продано. Все, продано, когда я говорю, тогда Диман, продано. Бля, хоть бы там за сумками что-то хорошее было, бля. Блядь, фрики, ники фриков топят, нихуя себе, блядь, это, блядь, а новость. Что, слышите, Диман же не успел уже, или успел? Я, это да, так, заканчивается, когда я говорю продано. Когда я говорю продано, тогда вот заканчивается. Ага, понял. Бля, там сзади акваланг, походу, блядь. Мы пошли не туда. Так, ну Ваня говорил, давай, что его интригует штучка сзади. Сейчас проверим. С чего начнем? Меня? Не, меня? Ваня, Ваня, Ваня. Меня тоже интригует. Меня интригует, когда у меня штучка сзади. Оп. Ваня, я бы тебя отинтриговал бы, Ваня. Блять, пожалуйста, блять, пожалуйста. Оп. Блять, пожалуйста. Джиманши! Так, сюда. Сколько? Поздравляю, ребят. А нормально, что у тебя, сука, все контейнеры по 3000 макривские, блядь? Что нахуй за край? Так Гвин, халява, покупай, ёпта. Распродажа с Алиэкспресса. Мы 2200 въебали. О, мы в плюс на 800. Блядь, Диман, ты сказал, ты знаешь. Диман. Блядь. На пятки наступает. Через. Так, поздравляю с покупочкой, ебать, Зарк убежал уже прям. Следующий контейнер. Блин, Ром, этот, объясни ребятам, что побеждает же не тот, у кого просто 16 на балансе, ты еще останется. Да, ребят, Гвин, это тебя подъебали, если что. Я понимаю, блядь. Из-за пандемии вируса известная швейная студия вынуждена была закрыться. Часть вещей были выставлены на аукцион. Все, расходимся, давайте. Что это за космический утюг, блядь? А у меня похожая штука есть. Сколько она стоит? А сейчас скажу, Гвин. Давай, давай, блядь. Все, Зарк. Так, Зарк, выходи. Зарк, сейчас меня Ром будет сливать инфу. Что тут это левое такое? Что да это 50 рублей перестой, стоит, Гвин, пиздец. 50 рублей. А, блядь, это подсказка. 50 тысяч стоит, понял? 50 тысяч она стоит, дядь. Все,
все, пошла наметка. Блять, скилс, нахуй мы АФК сидим, нахуй я сюда пришел. Ну, блять, а кто знает, сколько контейнер ебаный стоит. Давай скупать залупу всякую, просто, видишь, залупу. Вот это хочешь с этой начать, блять? Это самый хуёвый контейнер, который был, походу, блять. Просто сходу прям полторуху въебываем, блять, и покупаем. Нахуй надо, нахуй мы АФК сидим, блять, я рот ебал, блять. А там прогноз еще можно сделать на Алекса, блядь? Нет. Сука. Ну, блядь, короче, я не знаю, блядь, скиллс. У тебя есть в душе, блядь. Че ты прошлую не начал топить? Ну, хотел же, я видел по тебе, блядь, что ты дрыгался, блядь. Надо было печать. Я боюсь, блядь. Да похуй, не бойся, страха нет. Бабки, страха нет в этой жизни. Все, блядь, здесь... Забираете? Да, забираем, все. Окей, услышал. Здорово, ребят. Ну, вот это, видишь? Ну. Что тут? Видите, что тут? А вот эти вот шмотки с вещами продаются сразу, будут считаться по деньгам. Узнаешь, когда этот... Пиздуть, бля, я. Короче, безрукавка какая-нибудь будет, филиппляйн ебаный, за хуево-тутуево, блядь, и пиздец. Вот это что за портмоне или чемоданчик кожаный тоже, хуй знает сколько стоит. Тебе скажут, вот это вешалка, нахуй, $30 и все. А пиджак себе заберет. Блядь, хуй знает, короче... А вот там что-то зелененькое, вот это не пойму, что это зелененькое. Это шляпа, мне кажется, понял? Шляпка? Да. Как этот контейнер в целом, нахуй. То есть вы его не хотите брать, да? Бля, да вот, блядь, сука, подъебки кругом в этих контейнерах, мне кажется. Так. Косарь тут точно есть. Ну, блядь, вот этот космический утюг ебаный, что это вот за акваланг, я не знаю, что это? Что там, блядь? Не могу сказать, Вань. Ты гладишь, тебе плохо стало, ты кислородом подышал или что вот это такое, блядь? Пиздец. Сложно. Так, ребят, машинка, я вас слышал, тоже. Пиздую дальше. Давай. Здорово, школьники. Не будем участвовать, я не думаю, что здесь дорого стоит. Слышь, Рома, вот эта вешалка, это просто вешалка, там вещи не считаются, да? Не знаю, не могу сказать. Вообще оценивается вся стоимость контейнера. Нет, ты просто скажи, вещи отдельные там висят, просто непонятно, или имеется в виду, или это... Ну, блядь, ну за вешалку будет просто считать, непонятно, что вещи тоже... Вроде бы нет, я не помню, но мне кажется, что нет. Ну все, тогда хуйня, значит. Так, ладно, я иду к девочкам. Алло. Алло. Ну... Наташа думает, что отпарится за 1000 баксов, я сомневаюсь, но как бы я ей доверюсь, она уже один раз затащила. Ну, 1000 баксов за один отпариватель. Вот за черный. Слева, который, да. Mm-hmm. По 500 баксов стоит швейная машинка, утюг 500 баксов. Потом баксов 200-300 стоит вот тот задний отпариватель с сильной рубашкой. И вешалка стоит, ну, 100-200 баксов, не знаю. Mm-hmm. Вот, и все выходит 2-2-200 у меня. Все, хорошо, я вас услышал. Давайте возвращаться тогда домой. Давай, заходите. Так. Все тут? Да. Зарка нет еще. Зарка забыли. Ну, похуй. Так, ребят. Короче. Аукцион, смотрите, вещи не считаются, которые на вешалках и т.д. Стартовая цена у нас $200, шаг также $200. Начинается через 3, 2, 1, 0. 1500 ликс первый. 2000 зарк. 200, ладно, 200, так 200 зарк. Саша перебивает. 200 зарк. 1. 2300 Наташа, раз. 2500. 2500 гвин, раз. 2500 гвин, два. 2700 ликс, раз. 200, а сколько шаг? 200. 2700. Дима, у тебя скоро 900. Деньги закончились. 2900 гвин, раз. 2900 гвин, два. 2900 гвин 3 продано. Продано за 2900. Давай. Короче, объясняю, вот этот утюг справа, это универсальный начинается инструмент для, значит, возвращения кредитов. Он стоит $2000. Вот реально, продавай утюг справа. 2000 баксов. Я тебе отвечаю, 2000 баксов стоит эта хуйня. На. Хорошо. Машинка стоит $1000. Отвечаю. $1000. Блядь, нет. Ой, это не она, это не она. А машинка $1000, отвечаю. Блядь, так не работает с машинкой, блядь. Хорошо, вот это вешалка справа $700. Блядь. А что это? 365 вешалка ебаная? Вот это, походу, да, но еще без одежды. Она 1000.
Сколько у нас вышло? 36. Нормально, блядь! Все, пошел движ, дядь. Давай, камбэк пошел, ебать. Начали просыпаться. А 2500 это утюг, да, стоил? Да, отпариватель стоил 4. А сколько он за кейс этот отдал, сбрал? 2900. 2900 отдал. А получил 3700 почти. Поздравляю с покупкой первой, наконец-то. Спасибо, ебать. Спасибо, спасибо. Ну хотя бы плюсовая, да, не жирно. Открываем свою фабрику с вином. Так, у нас секретный контейнер, ебать. Давай. Оу, щит, мэн. Эта вещь немного упрощает работу на больших зеленых участках. У вас секунд 20 подумать. Газонокосилка это! Это газонокосилка, да. Небольшая вещь, они сказали. Ну, небольшая. Газонокосилка, она небольшая. Блядь, газонокосилка, как бы это тоже вопрос. Небольшой. Вопрос $400? Небольшая вещь для меня это вот нож. Упрощает. Бля, может там тапочки просто зеленые, ну. Да. Итак, ребят, время на подумать вышло. Стартовая цена $500. Шаг также $500. Тысяча. $1000. 1500 ликс. Раз. Две. 2000 гвин. Раз. 2500. 2500. Наташа. Раз. 2500. Наташа. Два. 2500. Наташа. Три. Продано. Блять, а че никто не прибил? Наташ, может повезет. Сейчас тапки за 100 рублей. Прикинь, там сейчас просто за 500 хуйня. Или за 10. Так и будет, походу. Я вообще ставила на ножницы, что там за 100 баксов, блядь. Ну нормально ты купил. Ну забирай их, чё. За 2500 купила ножницы. Ну похуй, ебаш. Открываем. Может не будем? Давай, похуй, открывай нахуй. Ну просто она косила. О, она нормально может. А сколько стоит, да? Она стоит? Такой в свет, она, ну, можно ездить на такой. Ну, в ноль, скорее всего. Дешевая хуйня. Да 6 тысяч стоит сейчас по-любому, блядь. Давай! Да ебать в рот. Тут есть вообще минусовые контейнеры сегодня, блядь, Макривский нас. Слушай, в конце. Гвин, скупай все, походу не бывает, блядь. Нихуя. Что-то походу, я не знаю, это что за, блядь, подарок, блядь, от Макривского. Бля, я не понимаю, как играть. Не, Гвин, ты говорил, что ты просто все читаешь, где дорогой, где дешевый, видимо. Да ты, блядь, против меня эти контейнеры сделал, сука, сегодня специально, блядь. Так, ну, ребят. Блядь! То, что любит Гвин. В пизду, блядь, ебал, вот эти твои спорты, нахуй, блядь. Я, блядь, меню бигма. После того, как вышла новая коллекция спортивных товаров, старые были выставлены на аукцион. Расходимся, давайте. Я надеюсь, рано или поздно реально будет контейнер, типа, пол, это, там, Макдональдс выставил все на распродажу. И я такой, вот я шарю, блядь. Ну, я не знаю, вот реально, сколько такая может стоить эта хуета вот эта, которая, блядь. Так. Вот эти вот... Расходимся, ребят. А, блять, моя комната, блять. Так, алло, здорово. Давайте не торгуемся, это дешевая хуйня. Да, блять, ты так про каждый говоришь. Да, я тоже захожу каждый раз к вам. Дешевая хуйня, не торгуемся. Не, это дешевая хуйня, потому что я себе заказывал уже турник, смотрел все, тренажеры, она хуйня стоит $1500 максимум все вместе. К тому же это бэушно. И они не прикольные фирмы, даже фирма нонеймовская, видно, как сделан материал. А вот это за ящичек, что это, блять? Да это прыгать, типа, на него. Ящик. Чё, блять? Ну, короче, это не хуйня все, это недорого стоит. Неинтересный товар. Не будем участвовать. Так, хорошо. Слышу это каждый раз, ну ладно. Алло. Алло. Здорово. Да. Чё? Контейнер хуйня. Не будем торговаться. Ну, вот единственное, что справа вот эта универсальная залупка может каких-то денег стоить. То есть на ней все по сути, есть. Типа, и турник, и на грудь, и на, блядь, пресс, и на все, что хочешь. Сколько готовы дать за него? Косарь, ну, максимум. Хуй знает. Не, ну, слушай, 70 косарей, вот одна только эта штука справа может вполне легко стоить. Рублей, да? Ну да, то есть косарь баксов может она стоить справа, вот эта хуйня. Почему нет, типа? А что вот это за коробка ебаная? Что вот это? Это просто ящик, на который прыгать, типа, для кроссфита, блядь. Что это? Или в нем что-то лежит, блять, вот непонятно. С блинами, может, и саладушками. С блинами. Понял. Ну, кстати. А, реально какая-нибудь коробка с гантелями, типа. Так, окей, ребят, я вас услышал, иду дальше. Ебать, девочки, вы что, охуели?
В плане, Наташа, блядь, просто... Чего вы так разъебываете, блядь? Я сомневаюсь, она принимает решение, так что все охуенно. Короче, смотри, мы думаем, что МБ кто-то есть за желтой хуйней, Рибок. Но да. Это МБ, это не факт. Смотри, какой фабрик. Я не знаю расценок у таких штук. Да, а слева вот эта хуйня похожа на стенку, которую дома все ставят, но она какая-то себе бомбасная. Ну они баксов там 200-300. Ну мне кажется, да. Мячик, а вот, ну только справа может этот вот тренажер стоить нормально. Будете торговаться или халдите сейчас? Ну тысяча, ну там, да, ждем. Понял. У нас пока как бы есть деньги, поэтому... Понял, окей. Все хорошо. Ну что, спортсмены? Не дешевые эти стенки. Типа, а тут аналитика, как я уходил, была аналитика, так и пришел аналитика. Тут что думаете? Так мы жестко вообще анализируем здесь, блядь. Что думаете? Вопрос, у меня вопрос. Нахуя мяч на 3 килограмма, блядь? Ты, сука, шо, футбол будь... Нахуя мяч на 3 килограмма? Объясни мне, пожалуйста. В смысле, кидать его просто вверх? Ну, типа, кому, блядь, ебало, блядь? Не, сам собой, блядь. Руками, блядь, кидать его. Вот так. Ебать, у тебя жизни нету, если ты сам с собой в мяч играешь, блядь, на 3 нахуя, килограмма. Какой мяч это, блядь, чтобы качаться, нахуй? Это не для игры же мяч, блядь, спортивный. Пиздец. Ай, блядь, что-то я сломал. Не футбольный, блядь. Короче, в пизду, блядь, в Красную Армию вот это все, нахуй. Давай, мы будем воевать за него, блядь, это спорт, наша жизнь, блядь, за нас. Все, блядь, спорт. Погнали. Понял, окей. У нас фабрика есть. Ребята, заходим. Разберем. Ну да, у нас швейная фабрика есть, теперь, блядь, качалочку намутим, блядь. Это сейчас заебись. Так прикинь, таким мечом по ебучке прилетит, блядь. Так, все тут? Ага. Давайте, ребят, стартовая цена этого контейнера $500, шаг $200. Аукцион начинается через 3, 2, 1, 0. 1700. Сколько? 1700. 2000. 2200. 2200. 2200 гвин раз. 2200 гвин 2. 2200 гвин 3. Продано. Продано за 2200. А теперь показываю. Теперь показываю, блядь. Спорт — наша жизнь. Блок питания справа от компьютера. Ну реально. Справа, да нет, ты заебал. Ну, бля, может, это какие-то... Ну, смотрите, стенки будут стоить по $300 максимум, смотрите. Так, давай, не слушай ее, не слушай ее. Ты охуел, блядь! Ну, почти, ладно, 500. Это сейчас... Это с подушечкой. Это мой контейнер, ты хули продаешь, блядь! Извини, Гвин, забыл. Тут у тебя поменьше... Возвращай, нахуй, обратно. Тут поменьше авторитета чуть-чуть, Гвин, там. Охуел, блядь! Смотри, давай, мяч на 3 килограмма, блядь. Давай, Гвин, что, мяч? Мяч, да. Как хуйню стоит? Да, заебись. Все, в пизду, блядь. Украинский мяч. Стоп, Гвин, ты надеялся на мяч? Вот ты столько денег ради мяча поставил? Нет, я столько денег поставил просто, чтобы в ФК не сидеть, блядь. Открывай желтый мяч, там по-любому что-то за стенкой. О, все, нормально. Слушайте, спорт, главное, что спортер в жизни есть, блядь. Бля, да, игра, она дешевле. Украина. За мячом что-то есть. Ой, блядь. 1200. Вот, конечно, начал макрышки контейнеры писать мне по $1000, когда я начал покупать. Охуенно, блядь. В пизду ваши контейнеры, блядь. В пизду, блядь. Давай, Ром, давай, Ром. Даю, секунду. А на что ты рассчитывал? На мяч, что, не видел, с каким... Нет, я рассчитывал... С каким он азартом говорил, открывай мяч, открывай этот мяч, ёбаный. Я рассчитывал справа хуйню вот эту, типа, качалку, блядь. Я думал, она... Они же просто в контейнерах, они дешевые были. Так, окей. Я чуть, блядь, спортсмен, что ли, блядь? Ой, сейчас я подойду, у меня собака покакала сейчас. Окей. Кухонка. Ясно. Ой, это заебись. Кухонка. Кухонка, ребята, посмотрели на кухонку, расходимся, обсуждаем. Это пылесос Dyson? А истории никакой нету. А, ну, я могу прочитать. А, так. Секунду. Семья решила полностью обновить кухню, а некоторые вещи выставить на аукцион. Кстати, да, хорошо, что ты про историю напомнил, что-то я забыл. Она может хорошо помочь всем. Все, расходитесь. Охуеть, помочь, блядь. Так, ну что, ребят. 500 будем торговать, там посмотрим. Как думаете, дорого, недорого? Я думаю, ну, 3000, наверное, 2500-3000 стоит. Кухня дорого стоит обставить. Там явно не хуёвая техника. Угу. Хорошо. Потому что это старая? Плита хорошая выглядит. И в смысле, Dyson... это разве не газовая плита?
начал. Газовые плиты разные бывают. Ладно. Холодильник тоже нормальный. Ну не, ну, ну 2500 максимум там, посмотрим. Окей, я вас услышал. Не жалко. Иду дальше. А, здорово. Алло, хочу сказать одно. Так. Контейнер полное говно. Ну смотри, тут полторашка где-то вот так вот, при минус я на скидку. Смотри, смотря по какой цене продают, и типа по какой цене закупалось. Тут считается скидка, допустим, если сотрудник ДНС покупал? Нет. Понял, то есть полная стоимость. Плита сколько газовая может стоить там? Тысяч... Вы историю слышали, да? Вот, я вам зачитывал, вы были тогда, да? Да-да, что избавились. Вытяжка. Да хуй ты чё, блядь. Половая швабра, типа, блядь... Не знаю, хуйня тоже какая-то. Пылесос собачий. Да хуйня какая-то все, если честно. Окей, я вас услышал, иду дальше. Ну чё, девочки, наконец-то наша тема, ёпта, что, решили что-то? Смотри, плита... Аня шарит за пылесос, я шарю за швабру. Да, да, плита вообще из 90-х, ну, извините, у кого такая плита, типа совместная плита с духовкой, это же уже, блядь... 100 лет назад была такая хуйня. Пылесос у меня, похоже, был. Он вообще хуёво сосёт. Очень плохо сосёт. Ну, такой, типа, дешёвый. Так, хорошо. Главное, чтобы хорошо сосало. Ну, короче, мы ставим, что этот пак выглядит дорого, но он дешёвый, за исключением вытяжки. Вытяжка будет дороже всего, что тут есть. I think so bad. Смотря какой фабрик. Смотря какой... Да, смотря какой фабрик, да. Короче, да. Ром, нихуя, никакой конкретики от нас ты, как обычно, не дождёшься. Слушай, вы и без неё разъёбываете неплохо. Да просто Наташа на рандом хуярит и всё. Да. Ну да. Ну типа, я не знаю. Ну, кстати, плита вот такая вот, кто любитель вот такого старья, там же всё равно... Блядь, тут и так чат, тут и так чат горит, сука, не... Сейчас чат просто захуесосится. Нет, смотри, кто любитель газа, не все любят готовить на электрических плитах, кто-то любитель там вот это вот... на газу приготовить, и бывают очень дорогие плитки, плиты специальные вот для богатых, но мне кажется, это какая-то дешман ебаный. Это не дешман, знаю. Это ебаный, да, это да. Нищета, это ебаная нищета. Все, девочки, хорошо, я ухожу. Здорово, ребят, что думаете? Здорово. Я помню. Папа, я к Лексу и Ханечку заходил в чат. Залупа какая-то. Залупа? Угу. Бля, чат, тут чат уже вообще нахуй в тильте сидит. Чё? Да, ну чего? Да потом расскажу после этого. Ну чё, думаете, не будете за него бороться, да? Блять! Дай посмотрим. Чё, Гвин опять в тильте уже, будет. Да? Да, пиздец. Он наигрался потом. Давай подкрути, чтобы обратно кейсы по 3000 вернулись, блять. Ну ты сидел нахуй. Так, Кликсуй, заходил, мне интересно. Я помню пенис. Алло, ребят, я к вам заходил? Да. Да, все, тогда возвращаемся. Возвращаемся. Здорово, 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 здорово. Здорово, здорово. Итак, здорово, народ. С вами Финаргот. Сегодня будем брать Финар в рот. Финарболт. Это челлендж, вы просто сейчас не ставите, а я сам. Давай. Итак, ребята, стартовая цена $100, шаг $100. Начинаем через 3, 2, 1, 0. $100. 1000. 1000 хантик. Раз. 1500. 1500 вы ликс. Что, сами раз. Собой, что ли? 1600 гвин. Раз. 1600 гвин. Два. 1700. 1700 ликс. 1800 гвин. Раз. 1900. 1900 марк. Раз. Это ж говно. 1900. Марк 2, 1900 марк 3, продано. Продано марк, продано марк за 1900. Нормально, не страшно. Ребята, охуенная техника, блять. Вы радуетесь мелочам, нахуй. Это ж Дайсон пылесос, да? Даже если косарь будет или полтора, тоже норм. Так, ну у нас... Даже если 500, блять. У нас сложилось мнение, ну, в большинстве команд, что это дешевая хуйня. Чат с этого, кстати, подгорел очень сильно, когда говорил. Ну там Аня постаралась. Нет, в рамках игры имеется в виду. Ну, в рамках игры имеется в виду. Ну да, да.
Ну, по факту это хуйня все тех. Ну, получилось. А! Спасибо, блядь. Себе... Чат! Обычно, ну видишь, как забайчено. Я себе даже швабру такую не могу купить. Ну, вот. Ну, что я говорю, 120. 120. Ну, да, так я же говорю, это нищенская духовка. А нихуя себе, блядь, нищенская, нихуя, коробейка, блядь, гороховая. Ебать, контейнер, блядь. Нормально, не, нормально. Ну, я так примерно это и говорил. Наташ, все как мы и говорили. Нормально. Ну ладно, хотя бы деньги есть. Диман, ты обещал проебать, у тебя и так три рекламы, сука, ты вонючая. Говно, бомжатская. Примерно так и ищет. Хватит! Да и поэтому Рома рвет с чата просто. Да не рвет, они тут обзывают уже на серьезке вас, ну блин. А. Да правильно, блядь, охуела бомжатская, блядь, ты чё? Давай жуй, сиди там, школьник. Ну бомжатская, имею в виду, что много охотников у нас тут. Монтаж. Снайперская винтовка, блядь. После неудачной охоты, мужчина попал в больницу, после чего решил продать все его приспособления. Кажется, я знаю, кто его ёбнул. Смотрите, как улыбается олень. Олень — это Диман, который бороться за этот контейнер будет с нами. Пошёл ты нахуй. Пошёл ты в пизду. Три рекламы нацепил, ещё и за 5000 борется. Пошёл ты нахуй. Так, ребят, расходимся. Пошли вы все нахуй, блядь, в другие комнаты, ёпта. Согласен с вами полностью, блядь. Пошёл ты нахуй, Зарк. Так. Ну чё, ребята, у вас не так плохие дела, я на самом деле скажу, шансы есть. Что блин, будет? Это забирать надо, понял? Это по-любому забирать нет, надо. Нет, это байт снова, блядь. У какой, блядь, блядь, ты думаешь, там винтовка, блядь, чё, блядь, игрушечная? Блядь, да при чём тут игрушечная, блядь, типа, эта винтовка может стоить, блядь, она, ну, за коробками, возможно, обвесы могут быть. Эта винтовка может стоить $400, типа, это... Фул хуйня, понимаешь? Типа, у Макритского всегда, блядь, оружие стоит 200 рублей, блядь, просто, блядь. Я хуй знаю. Я не продаю, если чё, Гвин. Я не продаю, заебал. Чат, ну, блядь, ну реально, ну, типа, ну, они же рофлят. Зачем вы, типа, триггеритесь на серьёзке? Успокойтесь. Так, это... Справа это что, это фонарик или это прицел? Я не могу понять, что это, блядь. Может, вот именно, что прицел быть дорогим. Вот это слева что, видишь, подставка или что это, блядь? Как сошка. Слева, да, слева это... Как раз таки подставку под винтовку, типа, понял? Угу. Типа, хз, мне кажется, на самом деле здесь, опять же, блядь, тенденция на снижение пошла контейнера цены. Видишь, вначале да он нормально денег. Да нет, это кажется. Блядь. Да нихуя не кажется, блядь, когда кажется, креститься надо, блядь. Поэтому так что, будете бороться за него или нет? Да, ну, Диман хочет, Диман воюет, типа, блядь. Я, типа, я до полторушки дам, а ты, Диман, там, если хочешь, воюй, типа, пожалуйста. Окей. Не вопрос. Окей, я пошел дальше. Здорово, охотники, ёпта. Так вы же на охоте-то были недавно, я видел, бля, ну что? Ну, слушай, хуйня дешевая, потому что винтовка скрыта за коробками, может, она вообще там у неё... Слушай, а кого вы постоянно ёбываете? Такое ощущение, как будто вы меня наёбываете. Просто... У неё как будто, знаешь, я как не зайду, у вас всё дешёвое, но вы больше всех... У неё как будто гильза разорвалась. Непонятно, то есть ты... А винтовка, она, ну, в целом, или она может быть разъёбана? А почему говорят, у вас 9600? Сколько вы дали? Вы не помните, вы дали 2500, да? 1900 мы дали. 1900, мне просто пишут 9600, а сколько у вас было? Не знаю, 11 с чем-то. 11, бля, я не помню, 11700, возможно, у нас было. Либо 11700, либо 11600 было. А, ну тогда 9600, все, сори тогда. Короче, это хуйня, дешевая винтовка максимум полторашку стоит долларов. Так если винтовка максимум полторашку стоит, а вот эти, ну хотя вот эти остальные да по, не, 50, не, по 50 это, баксов, ну, короче, наверное. И то максимум охотничь, да не, забей, там дешевая хуйня душманская избавляется. Все, понял, окей. Окей, ребят, я вас услышал, иду дальше. Алло. А ты думаешь, то что вот эти коробочки, он скажет, коробочки 2 доллара? Нет, ты можешь спросить его, он же тут. Я туда. За коробочки, смотрите, за коробочками вот такими может что-то быть, а может ничего не быть, в общем. Ну, за коробками коробочки стоит. Сколько стоит? А что стоит? Ну, винтовка за коробками непонятно сколько стоит. А справа снизу не знаю, что это. Дальнометр, может, какой-нибудь. Либо, типа, есть эти, животных снимают, но охотники не знаю зачем. Ну, типа, кто ходит, ну, как называется, блядь. Датчики движения, типа, и они фиксируют, когда кто-то проходит. Вот. Тут прибор ночного видения есть? Ну, вот это не похоже на него. Угу. А так, ну, больше ничего. Подставка какая-то, ботинки. Будете ну, бороться за него такого, или нет? Дорогого нет. Угу. Да как-то хуй знает. Винтовка, может, какая-то ебейшая, непонятно.
Ну да, а видишь. А в остальном вроде ничего дорогого. Вот у меня, наверное, единственное, что винтовка может бабок стоить, и вот этот прибор ебучий справа снизу. Все. Понял. Остальное, типа, нож вообще в говне в каком-то. Что это за какашка на нем, блядь? Типа, вот это что? Оленья. Окей, я пошел дальше. Наверное, блядь. Давай. Алло, девочки. Это вообще изи. У нас тут группа. Ром, привет. Что думаете? Рома. Ром. Смотри, Ромчик, мы вообще с Наташей не шарим за эту хуйню. Да привет, я тебе сказал, Марк. Справа внизу это, походу, этот, как его, прицел, как его, коллиматор. Голограмм. Винтовка. Похуй. Ножик хуйня, скорее всего. А вот эта хуйня слева, это что это, блядь, квадрокоптер? Или это держалка для оружия, когда ты лежишь, целишься? Ну, как, короче, похуй, мы до 2000 будем бороться за эту. Просто мы уверены, что пацаны будут фазиться до последнего за этот контейнер. И мы, типа, в хорошем плюсе, мы скипнем, скорее всего. Вот. Mm-hmm. Окей, все, я вас услышал. Давайте тогда возвращаться. Окей. Mm-hmm. Так, но возвращаемся. Она еще, блядь, я говорю, хищ, тут хер понять, что это, потому что, типа, она, не знаю, очень-очень странная. Ну, типа. Бог, сейчас посмотрим. Так. Что, Диман? Все тут? Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Так, точно все тут? Окей. Вроде да. Итак, ребят, стартовая цена данного контейнера $200, шаг $100, аукцион начинает через 3, 2, 1, 0. Полторы. Полторы гвин. Ебать. Полторы тысячи гвин. Два. А, стоп, Ликса нету. Хантик, ты тут? В смысле нету? Ликс тут и Хантик тут. Не, Ликс ебался куда-то. А, ну он отошел покушать. Ладно, короче, Хантик за Ликса, я так понимаю. 1700 давай. Я думаю, нахуй. 1700, Марк, раз. 1700, Марк, два. 1800. 1800, Наташа, раз. Да нахуй вам это золото? 1800, Наташа, два. 1800, Наташа, три. Продано. Что 300? Блять, не сработало. Я думал, прокатит. Так, продано Наташа за 1800. Блин, вы все меня так наебываете. Вы говорите. Так, блин, я думала, мы не будем, а Наташа решила. А я тоже думала, что мы не будем. А я думала, там просто, блядь, парни. Мне кажется, так, нормально будет сейчас. Как-то слабенько. Ладно, похуй, Наташ, у нас есть деньги, так что похуй. Бля, сейчас мне кажется, быть нормально может стоить винтовочка. Да, винтовочка может. Винтовка? Нет, а вот еще винтовка, это не боевая, это же не М90. Так, я себе заговорил. Я надеюсь, что в коробках будут патроны за ними. А 1900 было или 1800? 800, 1800 было. Окей, я так и услышал, просто в чате некоторые пишут, что 1900. Так, окей. Я теперь на калькуляторе отнимаю, чтобы не проебываться. Бля, шаг какой был? 100. Пишут, там АВП 4750 стоит. Бля, ну как проеб, ебаных денег. Да нормально. Ход 2, ход 2. Халдим, блядь. Ребят, ход был 200, поэтому 1900 все-таки будет. Давай. Так, все, ход 200, окей, 1900. Так, с чего начнем, Наташа? Какие 1900 все-таки? Ну, потому что ход 200 был, ты на 100 перекинул. Да ладно, похуй, 100 баксов, что такого? Давай с картины. Не, стоп, старт был 100, ход, старт 200 был, ход 100. 100 был ход. 100 ход, да. Блядь, чат нахуй не ебать. Все, меня чат наебал опять. Два раза. Все, ты еще вернулся доллар. Да, начинаем с картин, Ром. Картины пиздец. По 10 баксов, блядь. Нормально. Давай. Нормально. Нихуя. Так, давай ножик нажмешь. Может, закончим на этом? Нож хуйня. Нож нажми. Ого! Ебать, ножик, блядь. Давай из чего? Из кого резали-то, блядь? Вот это хуйня за что? Кстати, неплохо. Короче, понятно. Это что, прицел? Давай прицел. Ебать! Повезло! Так если прицел столько стоит, что блядь! Короче, гвин, я ебал, гвин, это пизда. Нормально, нормально. Чего, блядь? Гвин, нам пизда. Чего, блядь? Сейчас все 7000 нахуй будут. Я сказал, это МК. Сюда, нахуй! Бля, охуенно. Охуенно. Это самый дорогой. Были уверены, это самый дорогой контейнер. Кейс, блядь. Короче, заебал Димана слушать, блядь, это пиздец. Да, это самый дорогой контейнер, который пока только был. Skills. Не, мы просто с Наташей были уверены, что skills, вы будете фатиться за этот контейнер, типа, и мы поэтому такие, ну ладно, похуй. Охуеть. Они еще знаешь, так неуверенно. Контейнеров, ну, да. 1700. Еще 9, еще.
Еще 9, да. Ебать. Бля, Наташа нахуй. Просто... Да их уже не догнать получается теперь, блядь. Так. Если таких кейсов не будет снова, нахуй. А, семья после переезда в новый дом продала ненужную мебель. А, блядь, мебель. Давайте расходимся, давайте я как-то побыстрее буду делать тогда теперь. Давай, давай. Здорово, ребят. Как дела? Это скипаем. Хуйня дешевая. Опять скип? Да. Ладно, все, понял, слышал вас. Охуеть, девочки. Алло. Ты злой. Да не, мы просто сегодня... Я вообще в шоке. Мы причем говорим одно, в итоге делаем другое, блядь. Честно, для меня это не удивление, потому что все сегодня так делают, блядь. Я не понимаю. А, говорю, сегодня все так делают. Говорят одно, а делают другое. А кто-то говорил, что будет бороться за контейнер с оружием? Ну, вроде все говорили, что даже ставить не будут, что это дешевая хуйня. Серьезно? Да. Охуеть. Что думаешь? Я, короче, я не понимаю, что стоит, Наташа. Как ты думаешь, за этой зеленой вот этой, блядь, креслом? Это что, это кровать такая или там какой-то телек или что, блядь, это? Я предлагаю вообще ничего не покупать, иди контейнером, блядь, похолодить и вообще ничего не брать. Потому что мы в жестком плюсе, ты понимаешь? Мы на 5000 в плюсе. Типа, ну, смысл вообще. Ну, просто порассуждать, потому что там, ну, я хорошо, так понимаю, да. Это, блядь, что это кровать, диван, что-то сверху лежит какой-то... Не понимаю, блядь, нихуя. Ну, вообще, первый контейнер был пиздец какой дорогой с мебелью, а мы думали, что он хуйня. Да. Так ладно, девчонки, быть? Я вас оставлю с вашими рассуждениями, тогда пойду дальше. Давай. Алло. 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 Что думаете? Ой, сложно, конечно. Дизайнерская супердорогая лакшери мебель, конечно. Вот стол прикольный вроде, какой-то супер раскладной, какой-то интересный стол. Может быть, стоит даже зарубиться на долларов так 1000-1500. Так. Будете рубиться, да? Ну, уже надо. Думаю, тут девочки прям пиздец плюс выше, поэтому... Блядь, да, везу, жестко, сука. Жестко. Я на их месте вообще уже хуй забил. И просто даже ни в какие контейнеры не заходил, чисто в секретный, остальное бы все вкинул и похуй. Так, окей, я пойду к последнюю команду. Алло, Гвин, шо съебал? Да я не знаю. Так хотелось, так смотрю на тебя, так хотелось спросить, пиздец. Они по обратному идут кейсы, блядь. Когда, блядь, я оружие в прошлый раз закупал за 3000, блядь. Там, блядь, я не знаю, пластмассовые по 100 рублей находил. А сейчас ты нашел, конечно, за 600, блядь, кейс, блядь. Я колу не могу найти. Открыть не могу колу. Ну вот тебе, блядь, так и надо, чтобы тебя залило нахуй все этой кока-колой, блядь, чтобы тебе липло все. Все, я не хочу играть. Понял. Дима, ну ребят, заходите. Нормально все, блядь. Не расстраивайся, сейчас блядь, выиграем. Дима, я буду плакать сейчас. Не надо. Алло? Да. Алло, да. Ребята, все тут, да? Все тут, да. Начальная ставка $100, шаг также $100. Начинаем через 3, 2, 1. Спасибо, что подождали. А, начальная ставка $100, ну я просто этот, сказали все тут. А, начальная 100, шаг 100. 3, 2, 1. 200, нахуй. 200, ебать. 200. Давайте, давайте, кто сильнее? 200 Зарк, раз. 300. 300 Гвин, 400! 400 Зарк, раз. 500 Гвин, раз. 600 мне Зарк, раз. 800. 800 Гвин, раз. Забираю эту. 800 Гвин, 2. 900. 900 Наташа, раз. 1000. 1000 Гвин, раз. 1000 Гвин, 2. 2000 ликс, раз. 2000 ликс, 2000 ликс, 2. 2000 ликс, 3. Ты, блядь, последний. Продано, продано за 2000. Бляк. Сейчас, блядь, кажется, что это хуйня, вот это для лесенка, сука. Ты по-любому, блядь. Торгуемся до последнего, ты последний. Всю игру, блядь, говорит... Блять, вот там видно ружье, ну похуй, ну вот, блять, кажется, что ружье, но оно уже видно, что может дорого стоить. Говорит, бля, бэушная, хуйта ебаная, вообще, вряд ли нормально стоит. Там блядь, каждое было бэушное продал. Каждую вещь, блять, тут видит мебель ебучую и берет за 2000, ты че, вообще ебнулся? Так, окей. $2000 вы потратили. О, нормально. Походу там диван вообще пиздец, $1000, блять.
Ну, заебись, кстати, заебись. Конечно, блядь! Приезжай в Петербург сосать, братишка. Блядь, конечно, блядь, как же хуета, блядь, ебал я в рот эти, блядь, контейнер. Дима, на сколько ты поставил? Две? Две тысячи поставил за ним. Нормально, нормально. Так, идем дальше. Ну, Гвин, ну не твой сегодня день, ну чуть-чуть. Бля, Диман, я знал, что ты шаришь в этой хуйне. Переобувочка. Нихуя себе. Марк, переобувочную красава, бля. Спасибо, Вань. Так. Да-да-да, извиняюсь. Смотрите. Как только дела у ресторана пошли вверх, они решили улучшить технику на кухне. Давайте расходимся. Так, сейчас реально побыстрее буду к вам заходить. Давай. Что буквально двух слов. Побыстрее заходи, блядь, ждем тебя. Да, я у вас останусь, блядь, ёпта. Подожди, сейчас Наташа уйдет отсюда. Наташа тут ваши планы подслушивает. Наташа, давай не послушай. Давай, давай. Так, всё. Короче, забираем этот контейнер за трёшку, блядь. Согласен. Префом трёшку кидаете в него? Да. Окей, понял, услышал вас. Ребята, в двух словах, что делать? Хуйня ебаная дешевая, не играем. Ну я не знаю, блядь, он даже меня наебывает, когда говорит хуйня, блядь, и в итоге покупает. Не, слушай, ну чуйка-то есть, ну чуйка есть. Ром, да, я сижу АФК, потому что я не хочу, ну хочу молчать, а потому что он говорит, я думаю, блядь, надо верить, он старше, он знает, блядь, что говорит. Понял, так, хорошо, хуйня и баны не забираем. Так. В разы стоит дороже. Ребят, у вас денег дохуя. Надо вложиться. Да, или... но ресторанная, кстати, по идее, должна дороже обычной бытовой техники стоить. То же, то же самое какая-нибудь вафельница или там, блядь, грильница, хуйница. Ресторанная, хоть и выглядит так же, как и обычная, но она по идее дороже. Мы не знаем, что это за ресторан на самом деле, потому что есть хуёвые рестораны. Я не понимаю, ты помогаешь или сбиваешь сейчас? Нет. Я всегда сбиваю, Вань. Если что, на будущее я всегда сбиваю. Он же историю прочитал, то, что когда дела пошли в гору у ресторана, они, ну, типа, заменили, то есть улучшили. Так. Ну, то есть это не значит... Ну, может, они изначально как бы на совесть тоже работали, понимаешь? Короче, не знаю, мне кажется, до 2 косарей можно тратить. Окей. А дальше уже такое прям опасно. Может, у них купоны на еду были. Так, здорово, ребята. Ну, 3000 точно есть. А не понял, что это за подсказка? Алло, бля, Бистикс. Агент Бистикс. Так я жестко шарю в вещах. Я им все уже рассказал последние 2 катки. Идеально угадал. Так, девочки, что думаете? Ну, мне кажется, это что-то все дорогое. Типа, ну, раза в 3 дороже, чем у нас, мне кажется. Это Бистикс так сказал? Нет. Ну, до 2,5 точно, да, попробуем, наверное. Сколько там бабок осталось, Ром? Да. У вас на счету 7400 долларов. А, ну можно, короче. Ну, 2500 где-то, до 3. Да, 2500. Я думаю, они там будут бороться, да, потому что они будут казаться, что это овер дохуя стоит. Угу. Поэтому, ну, до 2,5. Угу, да. Окей, окей, давайте переходим в комнату тогда. Возвращаемся. Так, ребят, стартовая цена этого контейнера $500. Шаг у нас $200. Аукцион начинается через 3, 2, 1, 0. $500. Гвин, что скажешь? 2000 гвин. Раз. 2200. 2000 гвин. Два. 2200. 2200. Аня, раз. 2400. 2400 гвин. Раз. Диман, давай. 2600. Наташа, раз. 2600, Наташа, очкошник. 2800, Гвин, раз. Что сказал Диман? 2800, Гвин, два. Забирай. 2800, Гвин, 3000, Наташа, раз. Блядь! 3000, Наташа, два. 3000, Наташа, три. Продано. Продано. Сейчас тоже окажется, что вот эта, блядь, какая-то хуета, у нее 15 тысяч стоит, блядь. Ну да, у нее лаки по-любому сейчас. Давайте не пиздите. Извини. Так, с чего начнем? Давай холодильники вот эти. Холодильники. Давай, давай, давай. Где тут холодильники, вы видите? Вот эти. Это не холодильники? Это вряд ли холодильник. Это морозильник. Это морозильная камера. Да, хорошо. А как они летают, вещи, блядь? Хуй знает, вообще пиздец. Это, так. Да, давай, хорошо. Так, похуй, ладно. Хорошо. Хуйня.
Хорошо. О, хорошо. 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 А, хуйня? Хуйня? Хуйня и... Хуйня. Так. О, бля. Понятно, короче, Гвин, я не знаю, у нас чашки были. А сколько? Три? Или сколько мы... Ром. Да, Ром. Да, да. И чё мне, блядь, сказать сейчас? Да хуй знает. А чё самое дорогое? Чё 1200 стоило? Какая-то кастрюля ебаная, блядь. Не кастрюля. А там ещё отдельно кастрюля? А, да, точно, блин. Такой дисклад, чат, успокойтесь, нахуй. Так, идем дальше. О! О! Пусть знает, что это, просто говорю о, для того, чтобы поднять. О, это кроссовки как у... Интернет-магазин, который занимается продажами кроссовок, решил устроить крутой розыгрыш. Некоторые вещи нашли своих победителей. А я уже... Все, ладно, погнали, пошли. Короче, наебали на розыгрыш, но вещи купили, но людей на розыгрыш наебали, а вещи оставили. Ну, то есть заскамили. Да, скамнули, пиздец. Скилл, ты шаришь в шмотках, блядь? Нет, нет. Ну, все. Ну все, пиздец. Ну все, приехали, блядь. Так, ребят. Знаю, тут непонятно, короче, сколько может быть, блядь. Вань, ну ты, okay. Ну ты вот брендовые вещи такие покупаешь, крутые рэперские теперь. Ну ты же рэпер. Ну не то, что... Нет, ну так-то я на Farfetch сижу, конечно. Так. Но... Да а если это не они? В том, что... Смотри, там коробочка, да, изики, типа, торчит. Правильно? Mm-hmm. Правильно. А за коробками еще что может быть, да? Вот вопрос. Тоже хуй пойми. Тут коробки специально навалены или не специально, блядь? Mm-hmm. Ну, типа... Что, блядь, тут? Ну... У Славы такие же, по-моему, да? Которые это, спереди, если не ошибаюсь. А хуй знает, кстати. Это Nike, Louis Vuitton? Джорданы... Вроде бы за изиками стоят. В кроссах уже 2 года есть еще, Зарк. В одних тех... Я в одних и тех же кроссах 2 года. Я всю жизнь без кроссовок босиком бегаю нахуй по Челябинску. Чё ты мне затираешь? Ладно. Окей, ребят. Думайте тогда, я пойду дальше. Давай. Алло. А какой фабрик, смотри. Да. Мне кажется, 1300 тут, Ром. Ну, это смотри, тут изики, Nike, что там, Air Force или Air Max стоят. Дальше, я не знаю, уход за обувью и еще могут быть кроссовки. Ну, сколько, Наташ? Ну, 1000 там... Ну, 1300 где-то. Ну, короче, где-то так. Ну, каждые кроссовки, потому что где-то по 150, по 200 баксов. Типа. Просто я не знаю, сколько вот Славина Nike стоят эти, я хз. Да не дороже 250 баксов. Ну, так. Типа, да? Я думаю, вот это уходовые средства, ну, 1500. 2000 где-то вот так. Окей, я вас услышал. Диман, давай угадай, дешевая хуйня. Ну, в принципе, да. Все, я могу идти дальше. Ну, кроссы на розыгрыш, дорогие на розыгрыш обычно не дают. Если дорогие, то это fake инфа, значит, было. Я промолчу. Окей, я вас услышал. Так, ну чё, стиляги ёбаные. Чё, ну у нас такие есть кроссовки, мы все цены знаем, так что мы забираем контейнер этот. Стил мой говнодавый, дядь, я ебу, блядь. Ты мои видел, блядь. Я даже не ебу, что это такое, нахуй, какие-то, блядь, сланцы. У меня, знаешь, какая фирма? Каджула. Блядь, у меня фирма, там просто что-то написано непонятное, блядь. Алло, чат, у кого Каджула, плюс? И батины шорт еще у кого тоже, блядь. Ты не шаришь, блядь, у всех Каджула, блядь. Все нормальные типы в Каджуле. Я сейчас понимаю, что у меня просто задержка. Я сказал плюс чат, ёбните, и у меня только через 10 секунд отписали, блядь. Ебать, у меня задержка в чате. Я в ахуе. Окей, я вас слышал. Давай, зови всех. Сколько ребят, есть, давайте сюда. Зови их 5 сюда. Вроде. О, все, при контейнерах осталось, блядь. Блядь, скилл, все по пизде делаем. Не-не, давай, делаем жестко. Так, алло. Давай по нашей стратегии. Давай. Ну что, ребят, стартовая цена $200, шаг $200, аукцион начинается 3, 2, 1. Может, полторы тысячи. Полторы Наташа. Наташа первая сказала. Наташа первая слышала, раз. Полторы, 200. Ну, 1700. 1700 гвин, раз. 1700 гвин, два. 2000 ликс, раз. Какой шаг 200, блядь? А, да ладно. 2000 ликс, два. 2000. Какой? 2200, нахуй! Как-то, блядь, как он 2000 ставит? Ну так 300 там было, ну просто 300 больше сделал.
А, ну ладно. Блядь, блин, пиздец. 2000 ликс раз. Гвин, машина. 2200. 2200 зарк раз. 2500 ликс раз. Не, Гвин, все вот. 2500 ликс два. 2700 ликс раз. Уебок. 2900 ликс два. Твои цифры даже не прозвучат. 2900 ликс три. Продано. Сюда. Оказывается, что на 4000 долларов. Какой-то тапок ебаный, блядь, на 5000. Блядь, что купил? Вы? Диман. За 3К. Чил говорит мне, хуйня дешевая, скипаем. Я передумал. Диман, там может быть что-то за коробкой. Диман, всего на 7. А куда кроссовки пропали? Давай по порядку. А куда кроссовки пропали белые, которые стояли за коробкой? Нормально. Опа! Я скамил, блядь. Рома, интересно. Чё, Диман, вот мы и встретились, блядь. Вот мы и встретились после твоего скам-шоу, блядь. А хуй знает, где-то делись. За коробками пусто. Кроссовки от Лексаси. Поехали. А хуй знает, мне сейчас... Рома, ты чё за хуйня? Давай, давай. Бля, Ром. Сейчас. Куда? Кроссовки. Хантик, ты просто рандомная жертва этого. Ну давай, продавай уже. Да продаю, продаю. А сколько стоит коробки, что ты их брал? Бесплатно, нахуй. Оп. Да, неплохо. А, кроссовки в коробке-то, ёпта. Вот на. Вернулись. Вот нахуй. Да. Сюда, сюда. О! Сюда, сюда, сюда. Бутылек 5000, да? Ну и нормально. Охуенно, Диман, красава. 2900. Диман, закупаемся. Нормально. Ебать, то лох, Диман. Нормально. Диман, я по закупке к тебе, если что. Одевайтесь у Димана. Когда Адзар деньги тратить научишься, по базарам сидит и ему. Это ты выебываешься своими битью баллами. Да-да, Ваня, это Ваня! Ваня! О, это моё. Давай. Не-не-не, это наше. Да, это моё. А сколько денег? У вас сегодня денег не хватит. Вот у тебя денег не хватит. Ребята, если использовать это... Это у вас у всех денег не хватит. Если использовать это, получится очень дорогой дом. Если использовать это, получится очень дорогой дом. Понятно. Гвин, надо брать это, слышишь? Ясно. Давайте, 20 секунд. Чувак, 20 секунд рассуждения у вас. Сейчас окажется, что это диплом об образовании, блядь. Или шпатель, шпатель, понял? Строй дом. Шпатель или валик какой-нибудь лежит. А чё, блядь, рассуждать мне вообще, скажи? Ну, есть смысл с этим человеком здесь? Какая стартовая цена? Давай, погнали. Ну, как всегда, стартовая цена 500 долларов. Блин, Гвин, я не знаю. Ван, 500, шаг 500. 500. Аукцион начинает через 3, 2, 1, 0. Полторы. Зарк, ты... Гвин, 1500. Раз. Две. 2000 зарк, раз. Нахуй. 2000 зарк, два. 2000-3000 Наташа, раз. Какие три, блядь? 3000. Наташа, вот нахуй. Все, тихо. То ни денег не останется, нормально. 3000 Наташа, раз. 3000 Наташа, 2. 3000 Наташа. 3500. 3500 Диман, раз. Ой, блядь. 3500 ликс, раз. Ай, блядь. 3500. Нормально, нормально. Ликс, 2. А какой ликс я первый сказал? Алло, блядь. Я сказал первый. Ваня. Я только я сказал 3500 первый сразу. Что за говно, блядь? Я Алекса слышал, потому что он сказал. Я только Алекса слышал. А нас ты не слышал? Я не слышал. Так я тоже сказал 3500. Наташа забайсила такая. Какой не 500, 2500. Ваня первый сказал, ребята. Я думаю, тоже Ваня первый сказал сейчас. Бля, там просто сейчас банка цемента за 500 баксов. Мне похуй, 3500 наша, нихуя, я понял. Хорошо. 4000, Диман сказал, слышал? Пускай Диман за 4 покупает. 3500 Ваня, раз. Я 4 же сказал. 4000 Диман, раз. 4000 Диман, два. Диман, веришь, 4000 Диман, три. Продано. Продано за 4. Поздравляю, Диман. А прикинь, реально кирпич один лежит, блядь. А прикинь, там за 20 тысяч долларов. Так. Ну, давай. Ну, чё, Диман, как думаешь, что ты можешь? Давай. Может повезти, может. Последний контейнер, тем более секретный. Но это не последний. Последний? Там как этот. Поле чудес, блядь. Свекла сейчас нахуй из ящика. Давай. Надо было рисковать.
Он дорогой, чего вы гоните? Это Суприм. Да, это Суприм, кстати. Суприм. Суприм. Сколько стоит? Диман урвал вообще халяву. Чё съебало? Охуеть, а как это блядь, зато есть, а у тебя начальная цена. Давай, иди там на кирпич постри 50. Начальная цена 500, блядь. А вы можете не забирать. Вы не можете не брать. Вы можете не брать. Блядь, чё, охуеть, ты скамишь просто в прямом эфире. Ром, можешь свапнуть меня просто в другую команду? Не, нормально, Хантик, у вас еще 700 баксов осталось. Да, это, блядь. Все, ждем олына Димана на все кейсы, блядь. Денниками, блядь. Бля, мне кажется, Диман, зритель тебе всегда хотели написать за скамлина, нахуй. Не, нормально, это же общий день. Давай. Вот именно общий, блядь. Так, ребят. Итак. А сколько еще у нас контейнеров? 4 штучки. За 700 баксов, Диман. А, нет, стоп, 5 контейнеров последних. Последние, как я понимаю. После переезда офиса на новую базу, на старой остались некоторые вещи, после чего попали сюда. Давайте расходимся, вот сейчас реально максимально быстро. Расходимся, да. Куда расходимся? Нахуя нам вообще? Да, Диман, вы можете уже тут сидеть с Марком. Давайте. Чисто давать советы Грину и скиллу. Не-не, тут сейф. Да, мне надо брать этот сейф, дорогой. Да, дядь, сейф, вот эта хуйня слева, это, по-моему, блядь, мусорка умная, понял? Я тебе реально говорю. Она к Xiaomi, блядь, наверное, стоит миллиард. Может, на Apple, блядь, куда ты знаешь? Блядь, чувак, вот зная, блядь... Давай это возьмем, слышишь? Да, вот этот ящик, смотри, в нем вообще, походу, пиздец лежит какой-то. Давай, смотрите, правый ящик, в нем 100% что-то лежит. Вот этих ящиков 100%. В нем, да, в нем охуенное что-то лежит, он упакован очень охуенно. За этими не факт. Чувак, кресло, посмотри. У нас баба до пизды, у нас баба. Посмотри, вот это дерево, оно, блядь, $2000 стоит. А это денежное дерево. Это пиздец, все. Окей, ребят, я иду дальше. Забираем. Здорово, Вань. Слушай, получается, ты скамнул мамонта. Так, окей, давай. А я хаваю. Давайте я к вам следующим зайду. Алло! Да, это хуйня. Алло. Это все какая-то дешевая штука. Я только не понимаю, это, блядь, уничтожитель бумаги или это воздухоочиститель слева, но как уничтожитель бы... Влада бумаги. Это соковыжималка. Ну, короче, смотри. Соковыжималка? Кейс уже был, растение хуйня, доска хуйня из Икеи. За ящиком может быть какой-нибудь... Окей, тут? Окей. Принтер? Ну, не знаю. Ну, 1200-1300. Кресло может быть дорогое, кстати. Офисные кресла, мне кажется, не такие дешевые. Окей. Ну, короче, как-то так, Ром. Окей, я вас услышал. Алло? Алло, ребят? Иван до сих пор АФК, но я могу сказать, что контейнер стоит косарь максимум, блядь. Окей. Тут факс. 500 максимум, да? Не, косарь. А, косарь максимум. Все, окей, я вас услышал, надо переходить будет тогда. Ваня тут уже или нет еще? А че он АФК, он же сидит тут. А, у меня с микрофоном хуйня какая-то. Но я знаю, что это залупа паспорта проверяет, вот на столе, который стоит. Не знаю, сколько она стоит. А вот что это за хуйня возле цветка? Типа, для воздуха, что ли, какая-то залупа? Или это шреддер вообще? Ну, Даш сказал, что это соковыжималка. Нет, это может быть либо шреддер для документов, либо, ну, да, скорее всего, это шреддер. Или, нет, блядь, сплинтер. Учитель сплинтер. Нормально. Ну что, погнали наверх, короче. Поврало. Да. Да, бля, увидишь, что я тебе говорю. Заходите. Давай. Так. Подожди, сейчас. Гинцуха. Девочки еще не зашли. Алло. Let's go! Наташа сейчас зайдет. Я тут. Давай. Все, давай, полетели. Так, окей, ребят, стартовая цена $100, шаг $100, начинаем через 3, 2, 1, 0. 1300. Ты, блядь, Ликс, мне казалось, что хотел сказать 700, но не получилось. Не. 1300, Гвин, раз. 1300, Гвин, два. 1400. А шаг сколько? 100. 1400, Аня, раз. Полторы. Гвин, раз. Не, не надо. Полторы, Гвин, два. Полторы тысячи. 1600 за аркрас. Ты заебал, ты можешь сидеть. 1700. Ебучку на беззвучку. Сколько? Ты в кар, ебаный. 1700, блядь. 1700 раз. Я сказал 1700. 1700. Тебя никто не слышал. Ты сказал 1600, Алёша, блядь. Сиди нахуй. 1800, ебота, утина. 1800 раз.
1800. 1900. 1900 раз. 2000 нахуй, мне похуй. 2000 раз. Назарк, нахуй тебе это за 2000? 2000. Я что? Я не забрал. 2200, нахуй. 2200 раз. 2300, блядь, мне похуй. 2400, мне поебать. 2600, нахуй. 2700. 2800, давай. Назарк, отдай, блядь. 3000. Ну, хорошо, забирай. 3000 зарк раз. Нет, ну в смысле, давай дальше, чувачка. 3000 зарк два. Очкошник. 3000 зарк три. 300, давай, 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 а? 3200, а? 3400, давай, давай. Пошел. 3400, Гвин, раз. Поссать. 3400, Гвин. Халява. Два. Халява, тут 3400, Гвин, три. Продано. Давай, скилл, давай, сказал, давай. Скилл сказал, что это стоит, это вообще, блядь, 6000. Халява, ёбнутая. Там в ящике секретный код, блядь. Послушай сюда, послушай. Мусорка, мусорка от Xiaomi $500. Жми на мусорку. Жми на мусорку. На дерево $10,000, нахуй. Жми на мусорку. На мусорку. Мусорка от Xiaomi. Вопросы есть еще, блядь, сюда? Сейф, жми на дерево. $10,000, ебать. А там наличка лежит, давай. Денежное дерево? А, давай. На, нахуй. Там наличка в сейфе, давай. На. О, а чё так мало, блядь? Сюда? А чё так мало, блядь, денег-то? Выглядело никак. Всё, блядь, сейф давно нули. Это скам, блядь. Алло, у тебя человек с Рэдку, ты знал, что там деньги? Даже я не знал, ебать. Это скам, блядь. Короче, сейчас. Подожди, тут много всего. Да нет, всё, скилл 6 тысяч не оправдались. Да нормально, подожди, блядь. Нет, скилл 6 тысяч не оправдались, блядь. 100 за 30 баксов. О, это Canon! Пиздец, что это? Нормально. Нормально, все. А сколько вы взяли? 3400. Мы посрались, блядь, Гвин. Блядь, ебаная игра, бля, говно. Ты сказал 6000 тут будет, блядь. Ну, блядь, видишь, я говорил так, а там, я тебе говорю, там, блядь, макривские наличку себе помню, блядь, оттарабанил, блядь. Откуда ты знал, что там наличка, ебать, такого никогда не было. Я ящики сидел, блядь. Так, там труп. Замотанный. После ревизии владелец магазина туризма решил некоторые товары из склада продать на аукционе. Блять, там чуваки, го без обсуждения, давайте по-мужски, блять. Ну хотите, можем без обсуждения. Без обсуждения, давайте. Да похуй, давай, давай. Давай. О, это кальян справа, кстати. 700. Диман вылазит. Так, погодите. Калил Мамон. Да еще не запустил, подожди. Так, стартовая цена 800, давай. Бля, ребят, ради уважения, дайте нам купить последний контейнер. Хорошо, хорошо, Марк, стартовая цена 800 долларов, шаг 100. Против Димана ничего не знаю. Ладно, стартовая цена 100 долларов, шаг 100. 800. Уебан? Да дайте Диме поиграть, блядь. Да, дайте я хотя бы, ну просто вот, давайте я дойду до... 800. Тихо, Сань, ну да, блядь, ну ты уебок? Да. Ну да, я хотя бы, типа, я не АФК сидел, набью цену и потом хуя. Давай. Так, стартовая 100... 900. Вань, ты уебок? Так, стартовая 100, шаг 100, 3, 2, 1, 0. Давай, Хантик, 200. 300. 400. 500. Косарь! 600. Да подожди ты, Сарк, иди нахуй! Да иди сама. Так, 600. 600, Аня, раз. 600, Аня, два. Марк, давай! 1000! Марк! Красава, Марк. Звездный час. 1000, Зарк, раз. 1100. 1100, Гвин, раз. 1200. 1200, Зарк, два. 1200, Зарк, три. 1300. 1400. Диман, ты куда? Блядь, минус уходит. 1300. 1400 слышал Зарк вроде, да? Да. 1400 Зарк, раз. 1400 Зарк, ты опять все бабки проебал наш. 1500. Аня, раз. 1600 Зарк, раз. Да, я это табуретку охуел. 1600 Зарк, два. 1700. Аня, раз. 1800 Зарк, раз. Бля, слушай, вы не можете торговаться сразу, чтобы я не пересчитывал каждый раз? 1800 Зарк, раз. Не можем. 1800 Зарк, два. 1800 Зарк, три. Продано. Халява ебаная. Я изюмчик. Нормально. Есть шансы какие-то. Давай. Вот это золотой слиток, блядь. Так. На самом деле это может дохуя стоить. Оп. Ну да, какие-нибудь альпинистские хуйни по-любому сейчас какие-нибудь, блядь. Вообще палки лыжные кажутся, о, блядь, самые халява, дорогие. Халява. Дайте. Ну, не. Нормально, блядь. Вот эта штучка. Нормально, Зарк молодец. Не расстраивайся, все хорошо. О, хорошо-то как. Кальян. Поздравляю, бля, халяву. 800, это надо было Диману отдавать, и все, зачистить.
Ром, чекни ВК. Да. Да, хорошо. А сколько у нас ром контейнеров осталось? Три вроде осталось уже. Раз не обсуждаете, просто это все. Да, давай, как и сильно. Списанные товары со склада владелец зоомагазина продал на аукцион. Че, начинаем без обсуждения тогда, давайте. Стартовая цена $500, шаг 100. 700. 800. 900. 1000. 1100. 1100 раз. 1100. Зарк 2. 1100. Видите, это что-то для кошечек. 3. Да. Продано. 1100 продано. Да, продавай по фасту. Как я хочу, пожалуйста, Рома. А сейчас заебал. Нормально. 1100 для кошачьего инвентаря. Окей. Я готов уложить. Ну, может, там лакшери переноска, кстати, какая-нибудь, блядь. И нам повезет. Мизантроп. Оп! Мизантроп. Оп! Мизантроп. А ты новое слово выучил, блядь? Там, смотрите, Луи Витон вижу. Бля, какой же ты хуйню вечно забираешь, это пиздец. Красава, Зарк! Хуйню забирает. Урвал, Зарк. Могу себе позволить, в отличие от вас. А сколько контейнеров осталось? Два. Понятно. Еще секретный один. Два контейнера с хуйней, короче. Давай. Так, секретный контейнер. Берем его нахуй. Предпоследний. Ребята, бля, ну дайте это, урвать. Эта вещь была демонтирована из одного богатого дома. Стартовая цена. Давай, Грин, берем его за ноги. Стартовая цена 500, шаг 500. 4,5! Ты уебал. Блядь! $4500. 5! Он специально, чтобы нам не хватило на данный. Я думал, ты крикнул, блядь. Грин, надо камбэкать, слышишь? Я думал, ты крикнул, блядь, ладно. 5000 за арк, раз. 6000. Уехал, чел. 5000 зарк, раз. Дима, мы ластовый кейс покупаем просто. Зарк, два. Блядь, это дорогой будет. 5500. 5500. Ого. Квин, раз. 5500. Да давай 6 уж хули, блядь. Шестёра, на. 6000. Два, 6000, три. Продано, бля. Этим замечательным людям. Что там? Это пизда нам. Давай, какашку свою вонючую. Я надеюсь, что там, блядь. Зарк всю хуйню скучал. О, это другой кейс, опа, блядь. Опа. Раковина. Так. Раковина за $400 с богатого дома. Это не я сказал, это Ваня сказал 6 тысяч. Я хотел отдать уже Квину. Слышишь, скилл. Давай просто по красоте ластовки собираем за 4500 и все, и типа никто его купить не может. Слушай, Вань, ну вы хорошо ультанули под последок, конечно. Короче, да, Ром. Естественно. Надо было забирать последний секрет, Ром, однозначно. Рома, ластовый кейс мы забираем, может даже типа сразу продавать. За 4500 мы его собираем. Бля, такая ты падла. Хорошо, продано за 4500. Давай, просто типа никто... О, кстати, он нормально за 4500. Там, походу, что-то заебись. Давай. Пошло, блядь. Распаковка, нахуй. Оп. Ебать, там сейчас как навалит, блядь. Давай на десяточку, на десяточку. Ром, камбэк. Ну-ка. Оу, щит. Ну-ка сюда, ебать, сюда. А за сколько ты за 4500, да, купил? Да. Да нет, там немного будет. Я просто, чтобы а какой самый прибыльный по итогу был у девочек на технике? Да, у девочек на самый прибыльный. Мы победили! Я, мы все равно первое место заняли. Бля, в натуре, кстати. С победой, девочки. Бля, ну честно, это рекорд вообще, типа, по опыту. Диман, Марк, на самом деле, второе место, ну, на самом деле, неплохо. Согласен. Но самое заебись, что я ставил на поражение Димана и сюда баллы, как говорится, бля. Согласен, золотая льва. А я как? Иван, спасибо, так сказать, жду в виде донейшена. Ребята, спасибо, что пришли, девочки, с победой. Спасибо, что позвал. Спасибо всем, ребят, за игру. Спасибо всем, ребят, давайте. Всем пока. Да, спасибо, пока.